Итак, господа, двумя днями ранее, уважаемый мистер Декарт, вы вместе с Мадорисом вас вызвали на службу в Клачестре, попросили, случился завал, и искали всех мускулистых, всех мощных граждан, не граждан, кто мог бы с ним справиться. Это Вы, я. соответственно, это ты, и вы, соответственно, расчищали этот потихоньку завальчик в течение некоторого времени, собственно, в течение полутора дней. Мадорис отпустили, тебя тоже отпустили. Прокинь мне, пожалуйста, также 1D. Мадорис, сколько мы кидаем? D12, по-моему, кидали, да? Ну, предположим. Так, тогда прокинь мне тоже D12, пожалуйста, Декарт. Но у него подписки на бусе нету. Насыпали чуть меньше, да. Тебе за работу дали 3 золотых. Спасибо, что не побили. Совершенно верно. Тебе за работу выдали 3 золотых. Мне достаточно. Главное, что я помог людям. Да, вы расчистили завал, вы нашли там рабочих изнутри, все там тебя пообнимали, поблагодарили, дали еще еды, довесок. Ну, Мадорис, он как бы такой, сам по себе, он сразу обратился в волк и убежал. Ты, недолго думая, такой типа, как бы, но тебе городская ратуша предлагает, как бы, давай мы тебе лошадей выдадим, чтобы пуститься в погоню. Конечно, давайте. Ну и вот они тебя провожают, соответственно, выдали тебе самого доброго коня, которого можно было достать в Клачестре. И в этот момент, когда вы выходили из ворот, уже из городских ворот, и тебя там с почестями, со стражей, там, с флагами и всеми, он говорит, вы видите, как к вам приближается воин-скелет. 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 Идет в твоем направлении. Когда он тебя замечает, он ускоряет шаг. Где там же зомби? Ну, я на всякий случай схватился за рукоятку своего меча, но не вытаскиваю его из ножен. Потому что мне интересно, что будет дальше. Воин-скелет, соответственно, подходит до тебя. И останавливается. У него в зубах ты видишь записку. Ну, я аккуратно тянусь к этой записке и говорю, это мне? Когда ты забираешь записку на этом, я так понимаю, зомби-воин, зомби-скелет, воин-рыцарь, вот этот вот... который был отправлен. Ага. Он падает. Ты на спине у него видишь большую надпись «Декарду». Я, возможно, немножко перепутал, но где-то в общих чертах было так. И в записке говорится, что твои компаньоны отправились в город Элеантр. Так, я запишу. Элеантр, да? Элеантр. Ну... У меня нет понятия, в какую сторону скакать до этого города. Уважаемые жители Клачестра тебе подсказывают, если тебе вдруг это нужно. Да, естественно, я благодарю сердечно жителей, подсказавших мне путь, и скачу так быстро, как только могу, на встречу со своими компаньонами в город Элеантр. Угу, замечательно. Уважаемые зрители, вы тоже можете поблагодарить стримера подпиской на Boosty. Это голос. Сообщение будет появляться каждые 2 часа. Это сообщение каждые 2 часа, да. Каждые 15 минут лучше. Верно. Что-то еще в записке было, господа, напомните мне. По-моему, у вас просто направление вы указывали. Миша, что я могу сказать, что это бедный зомби. Пока он шел, вы обладали до состояния скелета. Да. Увы, нет, вроде ничего. То есть, ага, типа, только все. То, что мы там. Все, соответственно. Я могу.
Так, я могу только замашнить. Так. Если хотите. На тему. Если я правильно понимаю способность, которой был вызван зомби, после того, как заканчивается заклинание, он становится агрессивным. Да, то есть мы сейчас ожидали, что будет бой один на один, как бы, да, ну ладно. Покойся с миром, Лачестер. Он становится агрессивным? Да, но он не заканчивается. Ну, он типа, через 24 часа просто навсегда становится зомби, который НПС. Угу. Угу. Хорошо. Если вы думаете, что в Клачестере нет войска или чего-то там еще, спасибо большое, Овал, еще за 500. Ну, все можно заказать. И Ксения еще, вы синхронно вместе поддержали компанию. Йо-йо-йо! Какое у вас там за синхронное плавание? Да, она продолжает сговаривать со всеми. Я в синхроне со всеми сегодня. Овал еще и с покрытием комиссии, вообще мега хорош. Так вот, войско справляется без проблем, для них разобраться с зомби, как бы, это невелика задача. И они благополучно прибирают остатки присутствия вашей компании в своем городе. На этом история Клачестера на текущем этапе пока что остается на месте. И вы потихоньку перемещаетесь, в частности, господин Декарт потихоньку перемещается в сторону города Элиантр. И долго ли, коротко ли, естественно, скакал он, доскакал до необходимого места по указателям, по направлениям, благодаря тому, что он был на лошади, он проделал этот путь чуть быстрее. Но в момент, когда вы отправлялись спать и ушли отдыхать в своей таверне, спустя 3-4 часа, да, уже, ну, возможно, даже чуть попозже, потихоньку начинает светать. Декарт уверенно, ему не привыкать скакать несколько дней без сна, уверенно въезжает в город Элиантр. К сожалению, твои друзья дали тебе только название города. Что ты будешь делать дальше? Ты приехал в город Элиантр. Я вот условно... Давай ворот, я тебе... Да? Давай, у нас же есть. Сейчас я его... Есть карта, у нас ничего. Есть не карта, ну почти. Рисунок карты. Осталось только вспомнить, где он у меня лежит. Imagus Elantor. Да, Imagus Elantor. Имагинировали Elantor. Рисунок. А, ну вот он, да. Итак, господа, Бэньк, возвращаемся в наш Элиантр. Рисунок-рисунка, реально. Рисунок-рисунка. Вот, господин Декарт, вы въезжаете. Это достаточно крупный город по сравнению с Клачестером. Сразу видно, что здесь уровень жизни повыше, уровень города повыше. Все повыше. Ну и вы въезжаете с... Получается, с южных ворот снизу. Угу. Будем рассматривать так. Если где-то в пределах моей видимости люди похожие на городских стражников? Да, ты можешь увидеть, что чуть левее входа от ворот есть небольшая такая сторожевая будка. Ну и там определенно кто-то есть. Пропуск выписывать не надо будет, я надеюсь. Ну, это надо выяснить. Ну, я подскакиваю на лошади к стражнику и говорю ему: доброго времени суток, дружайший товарищ, не подскажешь ли, где ближайшая корчма находится? Предположу, что мои друзья могут быть там. Доброе утро! Про твоих друзей не знаю, но ближайшая корчма здесь есть, конечно... Самое близкое отсюда, которое тебя может искать, это, наверное, огненный камин. Угу. Опа. А где она примерно находится? Ну смотри, как выходишь с будки чуть-чуть прямо и буквально минут через 7, я думаю, ты доскачешь на своем воронке. Капец, конечно, город большой. Благодарю.
благодарю, и я отправляюсь в сторону таверны, чтобы узнать, не видели ли они моих друзей, компаньонов, товарищей. Спустя 7 минут ты доскакиваешь до этой таверны. Без проблем, каких-то без происшествий. Ну, такая небогатая, обычная такая, ну, дорожная таверна. Заходишь в нее, видишь там немножко, ну, никого, раннее утро еще. Никого толком нет, посетителей нет. Там где-то, возможно, несколько бродяг пришло погреться перед рассветом. И ты видишь перед собой кого-то из работников этой таверны, судя по тому, что ты можешь понять. Ну, что они что-то шмыгают, что-то протирают, там прибирают, остатки рвоты там что-то со вчерашнего дня. Кайф, кайф. Да, вот такая, ну, вот таверна. Я оказался прямо как дома, подхожу к работнику и спрашиваю его, не попадал... Не попадалось ли ему на глаза странная шайка путешественников, возможно, первый раз оказавшихся в городе. Описываю Пинки Морн и Мадорис. Да, огненный come in. Все верно. Ты подходишь к этому работнику, он поворачивается к тебе, такой, типа, не, сори, я таких не видел здесь. Все, что внутри было, да, снаружи к нам не заходили. Это несколько усложняет дело, конечно. Что-то еще? Да нет, спасибо. Так, тебе надо подумать, куда мои дрожайшие товарищи могли свалить. Мне дали просто на записке. На записке было только, да. Только название города. Только название города. Ну, я выхожу на улицу. Так. Начинаю бесцельно бродить по улицам в надежде, что я наткнусь на свою пати. Вместе с конем. Естественно, конь у меня это за узды, я его взял и веду за собой пешочком. Хорошо, долго ли, коротко ли ты бродил? А пока еще где-то, ну, 4 часа утра, город все еще спит. И ты видишь, как вдалеке вот ты вышел на одну из таких небольших улочек. Примерный маршрут. Примерный маршрут. Примерно. От жреца знаний, да. Ты видишь, как такого неприятного вида мужчины в количестве 3 штук осаждают в углу пока непонятно кого. Они кого-то зажали в угол и так, типа, шпыняют. Пока не ясно, что они хотят, что там происходит вообще, но... Будешь ли ты как-то с этим взаимодействовать? Да, я подхожу, хватаю одного из них за плечо и говорю, в чем дело, мужик? Что тебе сделать? Ты хватаешь его за плечо, он разворачивается и говорит, это не твое дело, иди куда шел. В момент, когда ты так вот хватаешь одного из них, ты через плечо увидел, что там просто какая-то женщина, лет 30, женщина-человек, немножко такая, ну, потрепанная, тоже жизнью видно, немножко где-то вот в грязи, и
Просто у нее пара котомок. Пока не ясно с чем. С моей стороны выглядит так, как будто вы хотите ограбить женщину, и я не могу себе этого позволить. Так что либо ты проваливаешь, либо мы с тобой разберемся. А, прокинь мне, пожалуйста, intimidation. Ты там пукнул. Так. Извините, я заболел, у меня насморк. Я вас понимаю. Так, intimidation это у нас в... Skills. Skills. Да, вижу. Блять, хоть бы не ноль. А, он просто не залетел. Хорошо, понял. Давай. Попытка номер два. Ну что, совсем бывает в этом возрасте? Блин. Ну это критикал единица. Так, это было интересно. Ты такой подходишь, пытаешься говорить, и все, что выносится из твоего рта, типа, может, ну, пожалуйста, ну, уйдете. Они трое громко рассмеялись, и просто тот, которого ты развернул, отпинывает тебя. Кровопролитие, кровопролитие. Ну, я забьюсь в угол и поплачу от неудачного дресса. Ну, не, я понял, что дело пахнет жареным, и хочу пнуть его в ответ. По жопе. Хочешь пнуть в ответ по жопе? Замечательно. Давай тогда просто силу прокинь мне. Близко было бы, сейчас было бы так красиво. Да. Было бы очень неплохо, да. Так. В целом ты попадаешь, прикинь мне, один до 4. Господи, что из этого 4? Задавит или нет? Недолго... Думая, после такого удара по твоему самолюбию, ты отряхиваешься, встаешь и с небольшого разбега просто осаждаешь того, кто тебя толкнул по пятой точке. И это был очень болезненный удар. Ну, конечно, ты же по жопе прилетел. Да. В итоге он отлетает чуть-чуть так, ну, он типа там был в таком наклонном положении, чтобы разбираться. И в этот момент, ну, начнем с того, что да, прокидываем инициативу. Так, инициатива. Замечательно. Можешь открыть комбо-трекер. Это будет такая встреча в переулке без карты. Будем все воображать. Ты можешь представить, там, знаешь, разорванные бусы лежат на полу, темно. Да, там два человека. Мальчик не, плачет в углу. Как бандит превращается в неистового пивососа. А там, по-моему, воды нет, кстати. Пивосос без других, это типа рыцари синего ордена. Итак, господин Декарт, соответственно, ты ворвался, ударил одного бандита номер один, скажем так. Он чуть-чуть осадился. Бандит номер 2 и 3 разворачиваются к тебе и говорят: ты чё, псина сутулая? Устраиваешь здесь. Первый к тебе подходит. Пробует замахнуться своим мечом сразу. Бэйнг. Мечом? Мечом, да, он его из-под полы достает сразу. Оп, и мечом. Но промахивается. Первый удар, ты совершенно спокойно уворачиваешься. Навык боев тебе очень неплохо помогает против каких-то бандитов подворотных. Бандит номер 2. Ща ему в секу. Бандит номер 2 то же самое пытается провернуть. Бэм. И тоже промахивается. Эти атаки для тебя ничто. Твой ход, господин Декарт. Как же я хорош.
Ну, я хочу вот бандита номер 3, который последним... Так, это же надо это через трекер делать? Да, чисто через трекер. Все, 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 через Ctrl нашел. Ну, я хочу врезать ему пока кулаками. Пока крови нет, я так не буду его убивать. Давай. А, кулаками? Так, у тебя есть там рукопашная? По-моему, есть. Сейчас посмотрим. Actions. Угу, у тебя рукопашная не стоит здесь. Так, а если мы... Если у тебя есть булава, это же не считается как бы... Это большой железный кулак. Если у меня есть... Ладно, кидай тогда кубик, который у тебя есть, weapons. На попадание на урон будем кидать иной. Да, хорошо. Ну, то есть я кидаю вот этот, который у меня... Который напротив лонгсворда у тебя есть, да. Бэм. Бандиту очень больно прилетает с твоего апперкота. И прокидывай 1d6. Начало арки-бэтла, ну, блин, начинаем. Бэм. Так. Ну, так как я воин, у меня есть дополнительная атака. Все верно. Воин начинает немножко... Ты ударил его. Очень вау! Блин. Это второй удар. Хорош. Так, 1d6, пожалуйста. А, я маслину поймал. 2d6 можешь сразу кинуть. Ничего себе. Так, это с адвантаж. Не-не, это не адвантаж. Это выбираешь кубик так, и правый, да, кнопкой. Вот, Декар зарефлафил как раз с как-то револьвера под свои руки. Бэм. Второй удар попадает ему точно по сапатке, и он падает без сознания. Осталось только двое. Что-то еще хочешь сделать? Да нет, наверное, я особо ничего-то и не могу пока. Таким образом, бандит первый поднимается, тот, которого ты пнул. Такой, типа, что за беспредел? Сейчас мы тебя порешаем тут. Начиная двигаться в твоем направлении и тоже хочет тебя ударить. Все так же своим мечом. Попробуй. Бэм. Машу руками, к чему гадости. Типа, попробуй, козел. Но он попадает, и это 7 единиц урона. Но все-таки это карма он... за это, за плохие слова. Да, он резанул по тебе, что надо. В результате ты теряешь 7 единиц здоровья от этой атаки. И бандит номер 3. Он только что немножко в шоке от увиденного. Ты на его глазах буквально двумя ударами вырубил его товарища. Поэтому он немножко с дисадвантажем по тебе будет работать. Он пытается замахнуться, дрожащие руки. И он промахивается. После полученного удара твои рефлексы обострились, и ты спокойно уклонился от атаки второго бандита. Твой ход, Декарт. Ну, я, собственно, этого бандита, которого я пнул по жопе, который задел меня ножом, хочу набить ему рожу. Так, отлично. Давай я сразу ударю, чтобы тебя не смущал. Просто запомним. Так, это хит. Определенный хит. Это хиток, спору да. Нет. Бэм. Нет, я вырву ему трахею, когда... Нет, гэм все включил. Нелетальные удары. Так, погоди. Значит, первый удар у тебя на шестерочку. На шестерочку? На пятерочку. 5 плюс 1 я прибавляю. Поправочка такая есть. Смотри, первым ударом ты обозлился, видимо, или что-то еще, но четко тоже прилетело по челюсти первому бандиту. Mm-hmm. И он упал без сознания. Это я хорош. Получается, остался. Остался последний бандит. Бандит номер 2. Второй. Mm-hmm.
Ну, в общем, я его хочу доп атакой вот пихнуть. Да. Мне перекидывать или... А, так, да, посмотрю. Угу. Ты попадаешь, давай. Mm-hmm. Бэм. Ну так, чуть-чуть. Бандит номер два, который увидел, как ты еще одним ударом вырубил второго совета. Говорит, стой, 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 фу, все, я все, мы все поняли. Все, мы уходим. Он берет за шкирки своих товарищей, пытается их уволочь просто из этого переулка куда-то. Здесь он в конце финишером на шпагат садится. Пытаюсь уволочь, но там с кровяной след, кишки. Да, челюсть болтается на остатках. Итак, ты отпускаешь? Да, да. Пусть идут своей дорогой, они свой урок, я надеюсь, выучили. Отлично, ты получаешь за это 250 опыта. И перед тобой напуганная с парой корзинок женщина, как я уже писал, 30 лет, в таком обычном, ну, походном, не походном. Видно, что этот человек занимается доставками. Курьер не этого, самоката. Курьер самоката местный, возможно. Вот, и она такая, типа, что, все, не ушли? Да, вы теперь в безопасности, вас не сильно потрепали. Фух, что-то в последнее время стало так тяжело доставлять, хоть проси повышения. Но спасибо большое вам, что выручили. Чем я могу вам отслужить? К сожалению, денег немного, я бы, конечно, с удовольствием. Тут еще вот есть крендельки, но мне их заказали на доставку, поэтому я ими не могу поделиться. Мне ничего от вас особо не надо, разве что вы можете знать, где мои друзья. Я ищу группу приключенцев, которые первый раз в этом городе. Среди них есть Кентавриха, другие люди. Она удивленно на тебя смотрит. Даже так? Это действительно удачное стечение обстоятельств. Как раз вчера вечером они заказывали в одной из пекарен, в двух из пекарен, зачем-то им, видимо, одно не понравилось, но в итоге они заказали у нас 12 кренделей. Сначала вот так вот, да, вот так бывает. Ну, вот я вот, они заказали прям с утра в таверну «Звездный бочонок». Видимо, ну, богатенькие ребята у тебя, друзья. Самая дорогая таверна в городе, между прочим. Ничего себе. Вот, и я как раз к завтраку их несу. Ну, давайте я вам помогу донести корзины, заодно вы покажете дорогу. Да, без проблем вообще. Ну, ты поднимаешь эту женщину с земли, помогаешь ей взять ее корзинки, и вы отправляетесь. Она тебя отводит по направлению к таверне «Звездный бочонок». В принципе, шли вы не так долго, как могло показаться. Ты подбираешь по ходу своего коня, шнуруешь, как-то привязываешь ее ко входу. Там такие микро... У этого есть слово, но я его забыл. Привязи, скажем так. И вы заходите внутрь. Сразу видно, что это действительно богато. Это верно, везде очень неплохое убранство. По последнему слову элианской моды. Элиантрской. Все обставлено. Все везде свежее. Везде вот. И на входе вас, естественно, с улыбкой встречает консьерж. Господа. Он кивает твоей подруге. А, свежая доставка на завтрак. Отлично, проходите. Дама смотрит на тебя. Ну, если вам больше ничего не надо, я пойду, отнесу и... Если бы что-то будет нужно, она тебе сует свою визитку. На визитке написано «Доставка от Лунессы».
Она машет тебя рукой и такая, все, я пошла. Да, ну я как дурачок улыбаюсь, машу ей на прощание. И иду искать своих друзей в таверне. А, слушайте, «Звездный бочонок», да, называется? Да. Достоверно. Все это вообще. Я, чтобы все, я просто все документирую на Дискорд. Итак, консьерж тебя встречает. Да, господин, чем я могу вам служить? Вы ищете какую-то компанию приключенцев, я правильно понимаю? Да, да, я ищу своих друзей, они вот прибыли буквально со дня на день сюда к вам. Вот, я так понимаю, кредитки заказывали они. Да, хорошо. К сожалению, я не могу их разбудить пока что. Как бы это будет не очень вежливо с нашей стороны, время все-таки раннее. Давайте мы вам выделим комнату, и потом, когда они проснутся, я вот уже вам сообщу. Как вам такой план? Это будет замечательно, давайте. Все, супер. Пока ничего платить не надо, все разберемся потом. Сейчас время такое, вы с дороги, отдохните. И все вопросы обкашляем чуть решим чуть позднее. Спасибо, спасибо. Он тебя провожает в твою комнатку, такая небольшая, но добро обставленная. Можно спокойно отдохнуть тут, если что, можно принять ванну. Тоже личная такая есть. Сразу видно, что опять богатая. Таверна, еще один намек. Говорит, если что-то будет нужно, там попить, поесть, обязательно тоже мне сообщите. И на этом моменте он уходит. Ты что-то еще хочешь сделать перед пробуждением, перед утром? Да нет. Супер. В таком случае, господа, 6 часов, 7 часов утра. Вам... Можно? Так. Один момент. Да. Доставка кренделей — это замечательно, но, дорогие зрители, вы можете оформить доставку любимой игры на стрим стримера, если подпишетесь на Boosty. Супер. Супер. Можешь? Будешь на каждом стриме у меня сидеть теперь? Я его уже занял, он больше хуевит. Понятно. Итак, господа, начинается утро, вы сразу потихоньку просыпаетесь от раздающегося звонка. Вы сразу вспоминаете, что просили Гаррета, чтобы он вам позвонил, когда вам привезут крендели. Что вы делаете? Просыпаемся, наверное, сначала. Все верно. Ну, как минимум, да. А у нас не было ситуации, где мы хотели типа патрулировать, что нас сюда могут засаду устроить? Не было такого? Да, мы же хотели замаскироваться как бандиты и напасть на доставщицу. У нас отпинали, походу. Ради бога, мы сейчас ночью, решить, что мы спали. Ну, ночью никаких поползновений в вашу сторону не было. Никто не врывался в... Это достаточно хорошо охраняемая таверна, и подойти незамеченным к ней или попытаться ворваться через окно было бы сложно. Я вспомнил, что были, у нас были подозрения насчет самой таверны. Но ничего странного в момент вашего пребывания не происходило. Ну, будем считать, что я вроде хотел посидеть, но я заснул в итоге. Так, ну я, наверное, первым делом спускаюсь к бармену, или как это сказать правильно. А, мимо двери, которые постучали? Или я правильно понимаю? Вам раздался магический звонок. Вы обсуждали, когда с Гартом голосом лично или магическим звонком вы попросили магический звонок. Магический звонок раздался. Ну вот. Да. Ну да, получается, я иду к нему, Гаррет, он, то есть вот бармен, я это имею в виду. Гаррет встречал вас, да, он, ну, он не бармен, он консьерж. В той смене, когда вы заходили. Ну просто, я так понимаю, вы все равно там, типа, как бы и стойка, и там, где наливают, это одно и то же, или там у них отдельное. Вот, нет, как бы... это разное. То есть, если... То есть, кухня... Это необычно, это верно. Напомню, что вы находились на 5-м этаже. Это не просто место, где на 1-м этаже как бы харчевня и на 2-м номера. Это весьма элитное заведение. Здесь все зоны раздельно, все очень так по-богатому. Хорошо. Так, тогда я первым делом иду туда, где их можно забрать. То есть это получается на стойку администратора или... Хорошо. Как меня это ну тут... То есть ты хочешь забрать просто кренделя? Да, да, да. Ты идешь один.
Пока да. Хорошо. Или там пока умоются, все такое. Ну ладно. Ладно. Господа, вы чем занимаетесь, пока госпожа Пинки отправилась за кринделями? Смотрю на дверь, через которую прошла Пинки. Больше ничего. Хорошо, хоть не лежишь под ней, не ждешь, пока она вернется. Я хочу напомнить, что нам нужно зайти в какой-нибудь оружейный магазин для Мадориса, потому что мы его опрокинули в прошлый раз. Да, я писал, да. Не, ну почему прокинули? Пошли тусить. Все же было для дела, так что... Ну, для дела, вообще ни разу не в обиде. Распределили обязанности. Итак, Пинки, ты спускаешься на первый этаж, где тебя с улыбкой встречает консьерж и кивает. Да, госпожа, ваша доставка прибыла. Хотите, чтобы мы принесли ее в номер? Хотите, чтобы сервировали в нашей столовой, в нашей кухне какие-то добавки, что-то еще? Нет, я заберу так в пакете. А не подскажете, как курьером, как обычный был? Да, обычный курьер, доставка от Лунеса, она здесь очень неплохо поднялась, скажем так, в последнее время. Хорошо. Ну, тогда, знаете, я, наверное, к ним закажу, только нам можете нам поставить моку на 6 человек с кофе и принести потом в номер? 6 кофе. Замечательно. А есть фильтр? Или воронка? Я попросил в моке, чтобы сделали. Гейзерную еще попросил. Ну, гейзерная это она и есть, да. А это есть мока, да. Супер. Ты отправляешься обратно, и буквально через пару минут к вам вносят ваши две коробочки заказанные. Соответственно, крендели из двух пекарен. В двух разных коробках. И заказанный кофе. Господин Декарт, в момент, когда Пинки спускалась, просила кофе, к тебе отошел второй консьерж. И сообщил, что твои друзья проснулись. И как бы... Ну, и смотрите, он сообщил тебе, что твои друзья проснулись, а тот человек, который относил вам кофе, господа остальные, он сообщил, что ваш друг прибыл, по крайней мере, он так представился, Декарт, возможно, вы его знаете? Да, знаем. Супер. Тогда мы вас направим, мы его направим в этот номер. Все хорошо, да, без проблем? Mm-hmm. Отлично. Конечно. И тогда, господин Декарт, тебе сообщают местоположение номера твоих друзей. Mm-hmm, все, вы можете наконец-то воссоединить. Ну, я подхожу, перед тем, как войти, я стучу сильно по двери. Говорю, вхожу. Мы узнаем его голос? Да, вы узнаете его голос. Да, узнаем. Прокинь кубик, узнал ли ты голос. Ну все, сколько лет, сколько зим. Товарищи. Да, действительно немало. Как будто прошло несколько недель, а то и месяцев. Время действительно течет в этих краях по-другому. О, Декарт, присаживайся. У нас сейчас будет кренделя патруль. Будем пробовать, где вкуснее. Один момент. Я не знаю, это как бы как к мете вопрос или... Почему из двух пекарен? Можете напомнить? Потому что мы сначала в одной заказали, а потом в другой. Но мне странно, почему их доносят. Потому что в одной, во-первых, мы сказали не наше имя, а имя этого Криса Белдека, во второй пекарне мы просто, по-моему, должны были сами прийти за ней. Но это, видимо, сервис. Не виднее. Сервис. Там, по-моему, сервис? Да, или вот, намек на что-то. Короче, открывать не будем сначала. Ну, Лиам-то же известен своим сетью курьерской, нет? Да, возможно. Где я могу проверить эти коробки с кренделями? Там, может, что-то в них тикает или пахнет странно. А, прокинь мне, пожалуйста, investigation. Да, но мы как настоящие критики, мы заказали во всех пекарнях одинаковые кренделя, чтобы оценивать пекарни. Да, все со вкусом фисташки, я помню. Да, все со вкусом фисташки. Все со вкусом фисташки. И one more thing, были с грибами. Одни с грибами. С грибами еще. Одни были. С грибами, другие с фисташками, да. Смотри. Это важно. Так.
та коробка, которая... Так, сейчас надо понять. Та, которая подписана «Хрустящие секреты». Ты ее обнюхал, осмотрел, ничего не тикает, все нормально. Вторая коробка, без опознавательных знаков, без названий, просто такая, ну, узорная чисто, просто узорчики всякие там обрисованы. Там ничего не тикает, ничего подозрительного, но запах весьма специфичный. Ни одни знакомые грибы, ни фисташки, ни смесь их вместе с выпечкой пахнуть не должны таким образом. Это кто понял? О, это понял. Это я понял. Могу ли я это дело обнюхать? У меня есть обостренные чувства. Конечно. Преимущество на проверке мудрости на слух или обоняние. Да давай это отыграем, я типа говорю... Слушай, это что-то не пахнет ни фисташками, ни грибами, ни даже кренделями. Мадорис, будь так добр, может быть, ты поймешь это получше, чем я. Так. Я говорю, что да, без проблем, дорогие коллеги, оборачиваю свою голову в волчью, наклоняюсь к подозрительной коробке и с шумом втягиваю воздух в свои огромные черные волчьи ноздри. Ты с близкого расстояния это делаешь? С близкого, конечно. Ага. Практически утыкаясь носом в коробку. Ну окей. Тогда, во-первых, прокинь мне. Ну давай survival. С адвантажем или без? Да, у тебя же этот... Survival. Ой, как good. Хорошая новость для тебя, Мадорис. Ты понимаешь, так. Что это за яд? Плохая, я начинаю отъезжать немедленно. Плохая, да. Прокинь, пожалуйста, Constitution. Так, Constitution. Safecon. Safecon. Сейф. Так. Собаки дали шоколад. Окей, но ты успел понять, что это за яд, но в момент, когда ты успел понять, что это за яд, ты падаешь без сознания. Господа, так, всем отойти от корзинки. Я ее хватаю и устремляюсь, наверное, вниз. Так. Мы ж можем. У нас же есть корзина, которая очищает грибы ядовитые. С этим мы разберемся. Можем туда положить и съесть. Да. Господин. Я думаю, что на это, от этого тебе, тебе в спину кричат: у нас же есть корзинка! Ты все еще убегаешь вниз? Ладно, я понял намек. Нет, я возвращаюсь. Подожди, Мадорис отравлен в итоге? Он без сознания. Он без сознания. Ну, вроде как. Так, ну, я же понимаю, что явно что-то не то, раз он без сознания, так. Раз там и Пинки поняла что-то. Я подхожу к Мадорису и попытаюсь на него кастануть малое восстановление. Так. Я касаюсь существа, я могу окончить одну болезнь или одно состояние, в котором он находится. Этим состоянием может быть глухота, отравление, паралич или слепота. Угу. Тебе не надо ничего прокидывать для этого, правда? Не надо ничего прокидывать. Супер. Просто ячейка тратится. Да. Окей. Гуд. Мадорис, ты немножко побывал, скажем так, в стране грез. Какие-то обрывочные такие воспоминания, да, какие-то немножко жуткие, немножко психоделичные. Но ты приходишь в себя, и над тобой
Над тобой все немножко встревоженные. Твоя компашка стоит. Неожиданно психоделика начинает превалировать, и ты от кошмара встаешь. Всякие хорроровские видения начинают появляться. Я так вижу мое малое восстановление. Ну как, Мадорис, в себя прошел? Что это за яд? Чем тебя отравили? Мадорис, ты понимаешь, что это черный опиум? Ты успел понять перед оглушением. Черный опиум используется в весьма опасных целях в основном, ну, чтобы делать ядовитые припасы, ядовитые боеприпасы в частности. Любое отравление, если он попадает в кровь, это 99% смерть. Если его вдохнуть, то потеря сознания на несколько часов. Ну, то есть будем считать, что мне свезло. А, Мадрюс, ты делишься с нами этой информацией? Ну так, меня да, разумеется, я делюсь этой информацией с радостью, с некоторой даже. Вот так-то, ребята. Во-первых, мы можем это использовать для того, чтобы несколько дней здесь жить абсолютно бесплатно. Пожалуйста, не будем перекладывать все эти брецели в корзинку для обеззараживания Криса Балдека сразу. Нам нужно несколько или как минимум все, и болезненно выглядящий Мадорис, несмотря на то, что он боец и вообще типа молодец, нам надо, чтобы он чуть-чуть болезненно выглядел, когда мы спустимся к стойке регистрации. А во-вторых... Не, ну я могу еще нас раз... Нас кто-то хотел убить? Или подсадить, типа, ты все-таки опиум. Возможно, нас хотели схватить. Нет, в данном случае, извиняюсь, на метауровне это, типа, именно как яд. Да, я знаю. Все, прошу прощения. Отец, ты говорил, что-то извини. Я говорю, возможно, нас хотели схватить в плен и выпытать, я знаю, что-то. Вы думаете, это все те же ребята, что ходят с запонками гридняльков? И я показываю... Я пока это говорю, я показываю как раз-таки Декарду. Декарду этот... Эту запонку старинную, которую я утащил из-за всего плохого влияния, что на меня оказало грозе за все это время. Откуда у тебя эта запонка? Очень интересно. Да, нам тоже это... Мы встретили здесь несколько странных ребят. Ну, один не странный, поскольку он был пекарем. Но другой человек на пекаря не был похож. И он носил такую же запонку. Это запонка от тех же, кто принес нам эти крейдеры. Не совсем. Ну, не эти крендели. Эти крендели из не первой пекарни, из второй пекарни. Потому что я так понимаю, что... Можешь разъяснить? Вот первая коробка, это как раз таки, где вот мы первая коробка, это настоящие секреты. Это то, что вы заказали с доставкой. Это Лорен, который от как Лорена. С кренделяком. Вторая коробка без опознавательных знаков. Вот. И я там, где без, без опознавательных знаков. Все верно. Угу. То есть кто-то хотел отравить Криса Белдека. Подождите, но грибы же мы заказывали. Знание, понимаете? Но мы же грибную заказывали во второй... Грибные крендельки мы заказывали во второй пекарне. Ну, по-моему, я помню, что я заказывал там и там с фисташкой. Вот то, что вы с грибами. Так суть в том, что это грибами и не пахло. А, оно не пахло, это оно не грибное, да? Я просто, видимо, попутала. Нет, что нет. Так грибы никакие не пахнут. Скажем так. И фисташки тоже так не пахнут. Да. То есть, а, это ну вообще... то есть это первая пекарня. Так, еще раз, давайте. В первой доставке и фисташковые, и грибные, правильно? Где? Нет, в первой мы заказали только фисташки, по-моему, без доставки. Нет, еще раз, нет. Да, не, в первой, не про первую пекарню я говорю, а про первую посылку, которая к нам пришла. Посылка одна, в ней две коробки. Нам прислала одна посылка, одна коробка. В одной коробке
грибные и фисташковые. А в другой яд, правильно? Ну, по-моему, не открывали. Пусть будет так. Нет, ну, кажется, что так. Все, значит, это от Лорена пришла нормальная. Да. Все, значит, со второй пекарни пришла нормальная, с первой нет. Но мы с первой не заказывали доставку. Да, и это как бы... Это какие-то крендели, которые нам левые, подсунули. Левые, в прямом смысле слова. То есть, возможно, нам вообще в момент доставки это сделали, а да, и, возможно, на метауровне мы понимаем, в какой. Возможно, если это так. А если я нет, правильно то... услышала, что без опознавательных знаков, да, та, которая с ядом? Да, да, да. Ну, блин, что за они что, за кого они нас принимают вообще, я не понимаю. Ну, то есть, есть коробка от Лорена, и она вот это, знаете, да, типа, да. Вот азбука вкуса стайл, да, да, ну, то да, есть, да, она да. Прям роскошная. А да, вторая-то ну, никакущая. И еще там скидка 70% да. Мне наклеена, как в азбуке вкуса после 12. Да, успейте купить. Розе, я согласен. Это действительно какое-то абсолютно неуважительное отношение к легендарным искателям сокровищ Party Animals. Они как будто не знают, с кем они связались. А, слушай, не вопрос, робик? Да, говори. Не, давай сначала ты. И обе коробки принесла курьерша, да? Курьерка. Курьерка. Курьекесса. Курьерица. Да, курьерша, как ее... Этого... Этого вы не можете знать. А, мы не знаем. Хорошо, Дита, да, я могу проверить другую коробку, которая, ну, не пахла странно. Ну, ты изначально обе коробки проверил. Не-не, я же их не открывал. На этот раз я хочу открыть ту, которая не пахла ядом. Это обычные крендели. С грибами. Хорошо, я беру те, что... Они все и с грибами фисташкой? Или там одни с фисташкой, а другие с грибами? Насколько я помню, был заказ на ассорти. Какие-то из них с грибами, какие-то из них с фисташками. Я разозленно беру эту коробку и... Подожди, ну то есть получается они на одну фисташку и грибы, ой, на одну, на один крендель и грибы, и фисташку. Нет, ой, нет, разные. Там разные. Угу, хорошо, одни тогда с тем, я... другие с тем. Просто, сюрприз был. Подожди, хорошо, прям тогда я... Прям жигу крендели! Я беру те, что с фисташкой. Ага. Кладешь на них грибы, судя по твоему... Нет, я этого не делаю. Я пробую ее на вкус. Это лучший крендель с самой свежей фисташкой, ну, как будто, который только пробовал. Слюной. Это свежайший, как будто только что испекли, и вот ангелы положили тебе в рот это буквально. Хорошо, я говорю, ребята, вкусно, сидите завтрак, я не остыла. Приятного аппетита. Занимайся. То есть, ну, они хотели, чтобы мы умерли на приятной ноте, правильно? Нет. С этими все нормально. Нет, я говорю, что мы вначале попробовали эти, улетели от блаженства и попробовали следующие. Если мы сначала пробовали следующий. Тогда нам не повезло. Умерли, так и не попробовал. Так и не попробовал, боже. Да. Ну, короче, нам надо понять, кто это принес. Да, очевидно, это Лорен обе коробки отправил. Типа, я уверен, что в первой пекарне нас ждет до сих пор заказ на Криса Белды. А ты можешь расклад сделать? Мы можем узнать у доставщицы, откуда она принесла вторую коробку. Я могу сделать она расклад, как раз но передала расклад мне на что? Визитку свою. Визитку? Да, точно с ней надо связаться. У меня тоже была такая мысль, потому что мы же не... Я поэтому спросила, мы же не знаем, какой... Но тебе эта мысль только что пришла в голову, так сказать. Ну, не суть. Да, расклад на что? Ну, не да, знаю, там какие? Там есть какие-то формулировки жесткие, да? Да, нам нужно спросить не просто вопрос, а что, ну, как я могу получить исход того, что мы хотим сделать, вот так. Поэтому... Разгром лавки «Хрустящие секреты». Да не надо, там же вкусные... Нет, это не те. Это не те, блядь. Ну мы не пробовали, может быть, они вкусные. Ладно. Ладно, хорошо, сформулирую по-другому. Конфронтация с Лореном. Что нам сулит? Итак, Карпет.
Господин жрец знаний. Или мне я кажется... опять как-то не выпал из... Вроде расклад, да? Типа надо сформулировать было, или я опять... Я думаю, что мы пока сохраним это до чего-то более конкретного. Очевидно, что конфронтация уже с Лореном началась. Я бы не стал, ну ладно. Что, не, какое у нас есть подозрение, что это не Лорен и что это первая пекарня? Такая нет, идея? Нет, ну, абсолютно. Да, такой идеи нет, да, такой идеи нет, очевидно. Тогда в чем? Ну, что я это не Лорен? Я прошу Декарда рассказать, как он встретился с доставщицей. Ну, ты можешь, в принципе, как бы, да. Либо... Как бы ты пересказал то, что мы слышали, да, или как? Ну, или, если хочешь рассказать в РП, рассказывай нет, в РП. Нет, я описываю Вину, что я бродил по улице в попытках найти их и увидел, как какие-то гопники зажали девушку в подворотне и помог ей. Угу. А потом она как бы довела меня до сюда и оставила свою визитку на случай, если мне что-то понадобится. Ну хорошо, вариантов уже два у нас. Это либо Лорен, который абсолютно по-тупому решил в свой же заказ добавить еще и коробочку абсолютно неподозрительную, конечно, отравленных кренделей, либо нападение на доставщицу было не случайным абсолютно. И искать надо там. И, соответственно, я бы типа... Мы узнали сейчас, что было нападение какое-то на... Ну, я так думаю... Да, ну, карта вам или рассказал, хорошо, мне кажется. Я рассказал всем остальным. Все, нет. Ну, нет, я просто... Что, если Декарта сказал... То есть нам могли... Да, я имею в виду, что ты рассказал это все. То есть нам могли бы какие-то бандиты подложить курьерскую доставку и не хотели, типа, грабить. Такая мысль? Да. Все возможно. Я бы хотел в связи с этим, между делом, когда мы пойдем в город по всяческим делам, связаться, исходя из предыстории, с контактом в преступном мире и узнать у него, кто владеет, так сказать, ладно, вот этими вот ядами. Давай я попробую использовать гадание тогда, вот сейчас, после всей этой информации. И сформулирую я свое гадание следующим образом. Что нас ждет, если мы встретимся с курьером? Ну, курьер, рекой, я не знаю, как правильно. Курьер? Ничего? Ничего. Значит, курьер... На мой взгляд, вне подозрений. Хорошо. Как будто бы, значит, не хочется с этим спорить. Да. Значит, либо действительно подложили, тогда, возможно, нам стоит найти тех, кто напал на курьера, либо идти конфронтировать с Лореном. Ну, я думаю, можем сначала первое проверить, а потом, если... Знаешь, как это система? Если первое скажет, что нет, значит, идем к Лорену. Если вопрос да, то идем в том, что отсюда. Как мы найдем первое просто как, так? С Лореном мы можем... Каких-то трех рандомных гопников в большом, да, городе. Вот. Это да. А Лорен, вот он тут. Ну, слушай, а может быть, тебе на ней... Может, на тебе осталось кусок его крови или запах, чтобы, может быть, тогда Мадорис мог бы напасть на след? Как бы не без обид. То есть у нас есть норм, и ты предлагаешь Мадорису превратиться в городе Вервольфа и... Так ему не обязательно прям превращаться. Ну я просто тешу себя мыслью, что он вспоминает, что про мое преимущество, и как бы намекает на это. Малыш, ну я же лучше норм. Да-да-да-да-да-да. Итак, господа. Что вы... Или вам еще нужно время подумать? Нет, куда вы отправляетесь? Будем что-то делать. Ничего не забыли. Все вспомнили с прошлой партии. А Норух с нами? Да, Норух да, с вами. Я хочу его погладить. Ты успешно... Это он давай. Тебя узнает, вокруг тебя так радостно прыгает. Уф-уф.
Ну, как будто бы у нас, если хорошо откинем то, что я хотел сделать, у нас как будто есть выход еще на не самый, так сказать... А на Архивариус у нас есть выход. Нет, на... ладно, у нас, короче, есть на двух около бандитов, которых я выиграл в карты, которые тусуются в казино. Там тоже можно, наверное, какую-то... Здесь и казино есть. Большой город. Да, но я напомню, что еще вы узнали, что Архивариус может узнать по... геральдический символ, ну, что означает эта печатка, кому он принадлежит. Да, но это как будто бы у нас разные, так скажем, объекты интереса. Они, возможно, переплетены и связаны, но отравлены, ну, типа... Нет, я согласен, да. То есть узнать у вот этих парней, с которыми ты подружился... А вот этих парнях, которые могли нам предложить. Ну, как минимум, кто хулиганил вечером в городе? Да. По пути к таверне. С утра. Да, и, возможно, жаловался на то, что получил по зубам очень сильно. Это пока звучит как самое разумное. Согласен. Как самое разумное. Да, а еще про... давайте не забудем про оружейный магазин. Ну, хорошо, и конечно. Забрать другие кренделя, чтобы сравнить вкусы. Да. Это самое, это, ну, это естественно, это первостепенно. Итак, таким образом, ваш первый пункт направления это... Оружейный. Надо во все оружие идти. Да, ну как будто бы нам сначала надо пожаловаться на стойки, что нас пытались отравить, и мы не будем платить за ночь в таверне, как, которая очень... как предлагал Вин. Да, ну давайте тогда пока оденемся и будем спускаться. Да. Мадори, на завтрак? Я прошу... Нормально, ребята. О, да, и... Сделай максимально болезненное выражение лица, когда будем проходить мимо. Кидай перформанс. Могу я... Попозже. Могу я так... Ну, не то, что незаметно, может быть, даже заметно. Никто же не выкинул эти кренделя, правильно? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Они в руках у Вина сейчас. А, для болезненного выражения лица вы можете прищемить мне хвост. О, это слишком жестоко. Я готов пожертвовать этим. Да, так что эти крендели, если что, не выкидывайте, они могут нам еще понадобиться. Конечно. Конечно. Ну ладно, будем считать, что мы еще и пожевали как бы нормальные крендели. Да, попили кофе, пожевали нормальные крендели и спускаетесь на первый этаж, где вас встречает консьерж. Это... Литус, ты тогда запишешь себе крендели, если такой... у тебя будут? Отравленные крендели, запишите себе кто-нибудь. 6 штук. Хорошо. Они вроде у Вина. Я допишу. Да, у Вина я что-то услышал. Отравленные крендели. Супер. Вас встречает на первом этаже Гаррет, уже знакомый вам, консьерж. Угу. Господа, все хорошо? Отнюдь, уважаемый Гаррет. А, что дела такое? Дела у нас хуже не придумаешь. Что случилось? Чуть было не отбросили, прошу прощения, лапы, ноги. И копыта. Да. Я, знаешь, у меня, я себе это вот зажимаю нос между, между глазами, типа держу за перемочку. Типа, боже, как это было? Это... Трагедия. Мы приехали в столичный город, в самую уважаемую... Это гостиница считается? Ну, гостиница, таверна. В самую уважаемую таверну в городе. Нас ваше заведение нам рекомендовал Лорен. И в итоге... Мы чуть было не умерли после того, как нам принесли доставку. А вы видите, как он бледнеет потихонечку. Он такой, не умерли? Я правильно услышал? Да, правильно. Мадорис, мы буквально... Чудо, что мы настолько могущественные искатели приключений, что мы можем... Я буквально подняла его с того света. Да. Но Мадорис был практически мертв. Мадорис, прокинь тут перформанс. Мне понравилась эта идея. Перформанс. Да. Ага. Сейчас
переборщит и блеванет на пол. Гаррет окинул взглядом Мадориса. Я, конечно, все понимаю. Можно какие-то доказательства? Можете, конечно, конечно, мой дорогой Гаррет. Вот, я достаю, собственно, корзинку с отравленными кренделями. Вы можете их понюхать, но я не уверен, что вы хотите вырубиться на ближайшие несколько часов. А если не верите нам, можете прям даже откусить и попробовать. А он смотрит на... Не факт, что вы проснетесь через пару часов. Он смотрит на коробку, на вас, такой, типа... Нам потребуется экспертиза небольшая. Вы оставите коробку здесь? Я оглядываюсь и, типа, пытаюсь... Но у нас же несколько крендельков. Там 6 штук типа... в коробке, да. 6 штук. Мы можем отдать вам один. Больше экспертизы вам не нужно. Любой, можете выбрать сами. А он... стоит его открывать здесь при этом? Ну, уважаемый Гаррет недостаточно доверяет нам и считает, что мы пытаемся его обмануть, провернуть трюк с тараканом в салате, да? Да. Но здесь как бы не до тараканов. Разговор не о тараканах, а о жизнях. Все верно, но как бы вы сами понимаете, бумажная волокита, если мы всем будем раздавать, как бы кто обвиняет нашу компанию, что кого-то тут хотели убить, то как бы, ну, вы не первые, он такой как бы уже... Но заявление действительно серьезно, поэтому он достает контейнер. Видите, что, видимо, он действительно готов был к такому исходу, и это не первый случай. Контейнер полностью изолированный. Он говорит, вот сюда, пожалуйста. Любой, говорите? Он показывает на один из крендельков. Кто-то может? Или кто-то может их взять? Или лучше, лучше щипцами? Он такой, он резко опускается, говорит, все, предоставьте это мне. Он достает такие щипцы, ну, как кухонные такие, большие, типа, и щипцами опускает один из кренделей в контейнер, запаковывает его, оборачивает его, завязывает в мешочек, говорит, все, через полчаса мы будем все знать об этом кренделе и сообщим вам результаты по вашему возвращению. Если что-то будет не так с нашей стороны, мы все компенсируем. Конечно, я очень надеюсь, что с нами обойдутся справедливо. Потому что меньшего я от вашего заведения и не ожидаю. Трагедия, трагедия. А насколько ваша таверна известна попытками покушения на жизнь? Ну, вы знаете, здесь останавливаются часто политические деятели, разные, скажем так, фигуры, которые так или иначе влияют на жизнь города. И некоторые из них бывают весьма эксцентричные. Поэтому мы вынуждены проверить. Ну, хорошо. Что ж, быть посему. Если все оправдается, естественно, бесплатное проживание вам гарантировано, господа. Если нужно будет что-то еще, мы это все тоже компенсируем. Поэтому что не ж... беспокойтесь. Тогда мы отправимся по важным делам, а затем вернемся и послушаем, что вышло в итоге. Хорошо. Вы видите, как Гаррет убирает контейнер, так немножко осторожно, в сейф, закрывает сейф и смотрит на вас, все еще немного напуганными глазами. Это что-то еще? Да, все, от вас больше ничего не нужно. Если что-то нужно, мы вам сообщим. А это не вопрос! Я говорю, что это все! Хорошо. Трагедия. Хорошо. Хорошего дня. Лучше, чем утро. Угу. Да, очень надеюсь. И, наверное, отправимся, если, ребят, ничего не надо. Нет. Ну, мы не поели, но я предлагаю, что мы можем... В смысле? Мы поели, мы же попили кофе с кренделями. Ты поел. Мы съели нормальных крендельков. А, у вас было 6 крендельков, да, вы каждый по одному съели. А, каждый по одному съели. Все верно. Хорошо. Да, заряд на целый день один крендель. Да, возможно, только Норух не поел, если с ним никто не поделился. Будем считать, ну, не то, что будем считать, я ж когда-то, блядь, с другой стороны, ребрышки кончились. Ну ладно, сейчас между делом, между покупками покормим его. Супер. Итак, господа, магазин оружейный для Мадориса, я правильно понимаю? Да, я пока автусь на секунду. В таком случае вы спрашиваете параллельно, так понимаю, out of screen, где находится оружейный магазин. Гаррет вам все обрисовывает, есть оружейные магазины для
как бы, ну, обычных людей это аналогично. Есть среднего ценового диапазона, есть мастерские, где можно что-то починить, как-то изолентой замотать, что-то еще вот такое. Ну и есть, естественно, элитное заведение, где уже следующего, ну, такого высокого уровня и сервис, и девайсы, инструменты и прочее. Что вас интересует? Мадорис. Так, в первую очередь вопрос. Что же нас интересует? Так, инвентарь, что у нас там? Ну давай в элитный сначала сходим. Посмотрим, сколько с нас могут по максимуму тут залупить. А там уже решим. Ну чисто, конечно, в конце концов, в столицу техника приехали. Тонкая, незнакомая. Самая дорогая таверна, самый дорогой магазин. Чисто ну, а лучшие приключенцы в округе. Да. Первый день после зарплаты. Итак, вы отправляетесь в таверну. А, в таверну. Вы отправляетесь из таверны в поисках магазина. Магазин выбираете элитный. В таком случае вы отправляетесь в титановый топор. И спустя некоторое время, ну где-то полчаса хода на таверны, вы находите все недалеко друг от друга, все элитные заведения, они рядом друг с другом. И вы заходите. Местный Новый Арбат такой, да? Местный Новый Арбат, да, в целом. Вы все вместе, вшестером будете заходить. Ну я бы тоже заглянул, но вот нас отбежало несколько людей. Ну будем считать, наверное, да. Mm-hmm. Ну давайте, да, заглянем все. Все пойдут. Хорошо. Вы вчетвером заходите в это помещение. Оно и снаружи выглядело богато, внутри оно выглядит еще богаче. Куча всевозможных орудий, куча всевозможных приспособлений, которых вы видели, не видели до этого. Куча всего, что можно только представить. Оно здесь есть, скорее всего. И такие обширные залы, обширные стеллажи. Это высокое еще помещение. Чтобы добраться до верхних, потребуется даже лестницу брать. Вы видите где-то в уголку, что есть такая действительно лестница, которая вот перемещается при необходимости. И прямо на входе есть также вот небольшая стоечка, где человек что-то записывает. Местный приказчик такой. Угу. Так, ну, видимо, направляемся к нему. Угу. Раз мы его видим единственного из обслуги. Пока, да. Раннее утро. Вы первые посетители, скорее всего. И подходите к этому господину. Он вас замечает. Замечает Мадориса. Так понимаю, что Мадорис первый у нас идет. Доброе утро, господин. Чем могу быть полезен? Аркадий, если вдруг что. Аркадий, да. Вот такое специфичное имя у меня, но многие смеются. Ничего страшного, привыкните. Так вот, Аркадий, собственно, есть у меня одна вещь, которую я хотел бы по возможности обслужить, привести в боевое состояние и разжиться боеприпасами, если таковые найдутся, и выкладываю на стойку перед ним револьвер. Угу. Он, значит, немножко оглядывает револьвер со всех сторон, повертел в руках, такой, удивительно видеть эту вещь здесь. И говорит, почему? Ну, это давно не в ходу, на самом деле, это экспериментальный револьвер. Эта вещь, знаете, использовалась в былые времена, когда только-только пытались конфронтировать, скажем так, с магами, был один умелец, который нашел способ. К сожалению, мы не знаем деталей пока еще, но, естественно, ради вас можем узнать. Говорят, что этот револьвер пробивает все магические барьеры. И в случае попадания, во-первых, со 100% вероятностью остановит все заклинания. И
на один ход запрещает магу колдовать. It's twist again. О, богу, я не маг. Так. Звучит довольно занятно. Мне не нравится. Можете согласен с вами. Провести его техническое обслуживание? Мы сможем его почистить. Возможно, заменить какие-то износившиеся детали, если такое потребуется. Заменить детали будет сложнее, но мы можем попытаться выковать аналогичные. По поводу боеприпасов, это уже будет совсем тяжело, но не невозможно. Если вы хотите полный набор, так сказать, обслуживание, замена деталей, свежий боеприпас, это обойдется в 1000 золотых. Уважаемый Аркадий, это весомая сумма. Видите ли, мы очень известная и могущественная компания искателей приключений. Тогда у вас есть 1000 золотых, я думаю. Амадорис? Естественно, но понимаете, в чем дело? Мы так. Наши золотые на данный момент вложили в фонд. Так. У нас сейчас минимума, надеюсь. Прожиточного минимума. Понимаете, в чем дело? У нас есть как бы не с нами на руках, у нас есть как бы вексели на... У нас миллионы золотых монет, естественно. Если хотите, вы можете разбогреть вместе с нами, вам просто тоже нужно под нас пойти и записаться в этот фонд. Не слушайте. Он вертит головой между вами. Несколько меньшее количество золота, чем 1000. Возможно, для искателей приключений, которые будут обеспечивать вас работой, скорее всего, не переставая, потому что мы планируем разобраться со всей нечистью, которая есть в округе. Возможно, вы готовы сделать некую скидку и... Прокинь, пожалуйста, заняться револьвером Мадориса за 500... За 500, ну да. А 500 есть, что ли? За 500 он смотрит. Не, ребят, такая работа. То есть вы понимаете, что этот револьвер может делать? Конечно, вы только что объяснили. Вот, поэтому, ну, ниже 800 я не могу это брать. Иначе меня босс просто выпотрошит за остатки. Кредит, а он смотрит в сторону лазей. Это отличное предложение. Сейчас вы отдаете всего лишь 300 золотых. Мы подписываем договорчик. И потом еще 1000 золотых. Слушай, а я могу попробовать его запугать, чтобы он сделал еще скидку более высокой? Ты хочешь? Ну давай, пугай. А знаете, что стоит меньше 1000 золотых? Подписка на Бусти на Даблди там... Да? Основной результат начинается от 49 рублей. Отлично. Молодцы, парни, работаем. Он смотрит, такой, подписка на что? Я говорю, не слушайте его, слушайте сюда лучше. Так, нет, вы очень понимаете, слушайте. Что... Я это говорю персонажу. А вы, ребята, в чатике, вы слушайте, да, вы быстренько, там все ссылочки внизу в описании. Ну а ты, продавец... Зная, что револьвер за 1000 золотых, это, конечно, хорошо, особенно для твоего бизнеса, 1000 золотых. Это же так много. Но скажи, пожалуйста, может ли тебя 1000 золотых защитить от ведьминого снаряда и последующего твоего воскрешения и служению мне до самого того момента, когда ты сгниешь окончательно? Сейчас это будет 1200. Прокинь интимидейшн, пожалуйста. Один на интимидейшн. А что самое смешное, именно этот револьвер и поможет. И от ведьминого снаряда. Блять. Он смотрит на тебя. Это замечательная попытка, но, к сожалению, вы не первая, кто пытается нам угрожать. Если вы попытаетесь что-то со мной сделать, еще до момента, как вы это сделаете, вы уже будете за решеткой. Поэтому я вам предлагаю еще раз подумать. Что вы мне скажете? Ну, отвечает на это. Ну, за решетку я не хочу, тогда ладно. Спасибо, за решетку я не хочу, не так хочу. Ладно. Это ж не команд. Я же красиво, что там со мной сделают. Я чуть-чуть. Почтеннейший Аркадий.
Так, слушаем. Кажется, наша дискуссия несколько заходит в тупик. А это довольно грустно. В качестве встречного предложения, может быть, у вас или у вашего босса есть какие-то дела, которые требуют того, чтобы их уладили. Возможно, я мог бы в этом поспособствовать. Дела, дела, дела. Он смотрит на стопку бумаги, которая была перед ним, в которой он до этого что-то записывал. Есть у нас один господин, который задолжал нам 2000 золотых. Если вы сможете найти его или его золотые, в принципе, нам как бы без разницы в глобальном плане, то мы сможем предоставить вам этот револьвер, починить, облатать, зарядить по полной с дополнительным боеприпасом за 400 золотых. Как и где мы можем его найти? Он описывает тебе человека. Это пожилой мужчина. Лет 50. Это паразейка. Пожилой неплательщик. Пожилой неплательщик, да. Где-то с месяц назад он купил себе... Он купил себе меч дорогой, инкрустированный там всевозможными камнями, ценой 5000 золотых где-то. Он также взял его в кредит. Часть сначала выплачивал, потом перестал. Вот, он дает тебе адрес. Это отсюда где-то 1.5 часа хода, если пешком. В идеале вернуть остаток долга. Человека не обязательно. Если остатка долга нет, то вернуть меч. Устраивает? Да, прежде чем я разобью как бы вот это вот рукопожатие между моим дорогим другом и вами, Аркадий, нам стоит ждать какой-то подвох? Ну, имеется в виду, что за человек, с кем мы имеем дело, кроме того, что он пожилой и неплатящий. Пожилой мечник. Ну, про те подвохи, которые я знаю, он от нас начал скрываться. Это все, что я могу сказать. Мы, понимаете, мы не ищем... предысторию человека, как бы. Он приносит нам деньги, мы заключаем с ним договор, дальше уже в случае неплатежки разбираемся. Вот. Ну что ж, как бы... Да. А подскажи, а у этого продавца нет каких-нибудь странных запонок в виде там выпечки условной? Инсайт, пожалуйста, обеспечивай. Где он тут у меня? А мы когда будем выходить из магазина, я думаю, Вася, там сайт с преимуществом. Мы сейчас как раз руки пожимаем. Преимущество за рукопожатие? Ну, рука на виду уже. Рука на виду, вы пожимаете руки. Ну, давай еще раз прокинь. Инсайт. Ну, да, я, получается, Мадорис. Он же жмет руку. Ну давай, Мадорис, прокинь с адвентеджем. Кто хочет. Еще один раз можно прокинуть с адвентеджем. Ну давайте я прокину. Жрец знаний берет инициативу, давай. С адвентеджем? С адвентеджем. С адвентеджем. С адвентеджем я сейчас... Так, две... Один и два. Сюда. О! У него действительно есть запонки, тоже дорогие, но не в форме кренделя. А в форме круассана. Бам-бам-бам. Две гильдии. Ну нет, у него просто обычные запонки в форме капелек. Тоже дорогие. Похоже, что, ну, все-таки здесь это модно. В этом городе использовать запонки. По крайней мере, уже несколько элитных вам заведений.
для своих сотрудников их предоставляют. Ну что ж, тогда по рукам. И я разбиваю рукопожатие. Замечательно, друзья. Итак, с вас меч. Да. Он вам описывает меч, инкрустированный камнями, такой-то длины, такой-то вышины, такой-то остроты. Либо деньги. Сам человек нас не интересует. Но если он живой, в принципе, как бы можете нам его притащить. Но без денег, сами понимаете, сильно скинуть вам цену на револьвер мы не сможем. Что ж, это понятно. Замечательно. Ладно, давайте тогда выдвигаться из магазина, как минимум. Да, вот у меня тут есть этот... Секунду, Карпет, если не собью, задержи мысль. Также он имя человека, которого вам нужно найти, Вальдор. Я вам не сказал, по-моему, еще. Вальдор? Вальдор. Вальдор. Вальдор, ага. Окей. Он строит врата. Вальдора. Я немного пропустил. Револьвер какие-то антимагические свойства имеет, правильно? Да, крайне могущественные. Да, вот. Если можно, когда все будут уходить из магазина, я же все равно, типа, почти все время молчал. Я хочу, как бы, знаете, типа, чуть задержаться, типа, чтобы все начали уходить, а я остался в магазине, и чтобы это особо никто не заметил. Типа, как будто, как я последний, типа, выхожу. Вот. И когда все вышли, мне... я подхожу к торговцу, там, лично, и... Слушайте, а вы сами этот револьвер делали? Это ваша кузница делала? Или нет, нет. Я всего лишь один раз видел этот револьвер. Ну, не этот, если быть точным, а его подобие. Это ограниченная серия, если можно так сказать. Была тут одна война лет 300 назад. Тогда, скорее всего, он был и выкован. А вам ничего Маджутс не говорит? Маджутс? Он смотрит. Ну, вот сейчас и у нас вот... неплохие отношения с Маджутсом. И в тот момент, когда я, ну, когда он говорит про это неплохие отношения с Маджутсом, я хочу попробовать прочитать его мысли божественным каналом. Я так, мне нужно... Спад бросок мудрости, замечательно. Да, сейчас больше 16. Так, он проваливает. Я хочу узнать, ну, поверхностные мысли его, на которые его может ассоциации с Маджутсом навести. Ассоциация с Маджутсом у него весьма спорная. То есть маги в его представлении промышляют чем-то нехорошим. Но сейчас у Элеантра и Маджутса наладились торговые отношения. Наладилась взаимная там торговля, друг другу услуги всякие оказывают на политическом уровне, на каком-то бытовом уровне, и приходится как бы с ними уживаться. Понял, это все, да? Что-то про Маджутс еще конкретное? Ну, просто вот у него нету никаких навеваний на какую-то организацию, которая просмажется, ничего такого. Нет, такого ничего нет. Такого не... про организации, ну, нет. Ну, я понимаю, да. В общем, это просто торговец. Понял, понял. Так, и поскольку он провалил спасбросок, я использую внушение, которое спасброска не требует. Я думаю, что вы не будете против. И вот теперь слова внушения уже идут. Блин, как-то я неправильно сформулировал. Ладно. Поздно. Завел себя. Сказать мне поставщика этого оружия. Не очень понял вопрос. Поставщик какого оружия? Поставщик револьвера? Да, поставщик револьвера. Ну, они же не сами спутили, значит, поставщик. То есть ты кто сделал этот револьвер? Да. Ну, кто сделал, кто поставил, да. Ну, это ж не они же сделали, это же кто-то, они где-то нашли. Нет,
Кто-то им поставил, значит, они где-то... Кто-то, а, предыдущий револьвер, который ты имеешь в виду, они видели. Он видел. А, это копия. Это типа копия этого револьвера. То, что у Мадориса, это вполне себе оригинал. То есть, торговец описывает это как то, с чем он сталкивался в своем опыте. А, понял, ладно. Да, давай, он может... не может... Он тебе описал историю, что 300 лет назад они воевали, и вот тогда это выковали. И он говорит, скорее всего, это вот такой-то вот момент. Давай по-другому. Кто сделал? Кто сделал? Так, ты это спрашиваешь голосом, не мыслями. Да-да-да, это внушение. Это внушение, это что он должен сказать. Да-да, он тебе говорит, что ходят легенды о кузнеце Лирендиле. Лирендил. Да. Сейчас, кузнец Лирендил? Да. Но достоверно авторство неизвестно, потому что никаких опознавательных знаков на партии револьверов, первой партии, это оригинальной, их не было. А вы не знаете, где найти этого Лирендила? Он говорит, скорее всего, он уже умер. God damn it. Мы не успели. Если, конечно, он не был эльфом. Но все, что я знаю... Все, что я про него знаю, это имя, что он участвовал в том столкновении, ну, поверхностно весьма. Угу. И что, скорее всего, его рук дело. Ну, благодарю. Пойду тогда пытаться помочь с вашим делом. Догнать остальную команду. Удачи вам. Вам удачи. Все, я ухожу. Угу. Итак, господа. Чё, отец, шнурки развязались? Вася, нет. Ну да. Угу. Понимаю, бывает. По всему плащу. Ха-ха. Ну что, господа, куда вы дальше отправляетесь? Ну... Я думаю, можно совместить приятное с... или как полезное с полезным, уже в данном случае. Неприятное с бесполезным. Да. Попробовать отправиться к Азик, к этим типам, которых я обыграл. Спросить у них и про мужичка, и про наш основной вопрос. Про... И про Вальдера, и про хулиганов. Угу. Как вам идея? Отличная идея. Это так, повар. Пойдемте. Ну что ж, господа, вы отправляетесь в таком случае в казино. Найти его не составляет труда. По всему городу есть опознавательные знаки, которые указывают местоположение данного заведения. И... И вы, соответственно, справляетесь с задачей поиска очень быстро. Спустя где-то час времени вы доходите до этого места. И перед вами... разворачивается картина действительно тоже весьма-весьма богатого заведения. Все он построен, видно, что относительно недавно, относительно района, в котором он расположен, если богатый район, да, у нас ближе к центру, вот это все. Mm-hmm. То здесь он подальше, ближе к окраине, но, тем не менее, построен с большой любовью, очень такой выверенный, очень... Правильно говоришь. Архитектурно. Что говорю? Я чихнул и сказал, что правильно говори. А, хорошо. Вот это очень архитектурно такое, знаете. Вот это казино. Выбивающийся. Ну, можно считать, что это. Можно считать. Там крестик наверху, значит. Да, это не крестик, это... Это флюгер. Это знак доллара или как он там. Да, там местные валюты. Вот. Вот, уже две чипсы на стол, куда тебе еще? А мы видим название этого игорного дома? Да, вы определенно видите название этого игорного дома. Он называется просто «Магическая удача». Ух ты! Интересно, да, ребят?
Какая ирония. Ну давай тогда сделаем тебя магически удачливым, и я кастую на тебя улучшение характеристик на харизму. Просто протри тряпочек. Так, улучшение характеристик, это вы... Протирает меня тряпочкой. Протирает тряпочкой, да. Протирает тряпочкой, там вот, все получится. Да. Итак, ты можешь это сделать. Да, я новина, я кастую улучшение характеристик на харизму. Ну все, перед тем, это просто перед тем, как он будет говорить, я как-то... Представляю, вот такие подходим, он такой стоит, пусть замучится, самкас берет, ему лоб протирает, такой, давай. Давай. Лёпает его по заду, точнее. Да, да, давай. Ну, грация, мандат. Ладно, чувствую, так, уже скастовали, да? Двигаться можно? Да. Ну, чувствую... У тебя только прилив знаний, ты даже не знаешь. Ты даже не знаешь, это так. Ладно, двигаемся ко входу. Удача магическая. Да, вас на входе встречает два таких бугая достаточно, ну, классических. Один из них так немножечко как бы руку вперед выставляет. По какому вопросу? Я как бы вот по этой руке, ну, как бы типа хлопаю, даю 5. Так. И типа, дружище... Ваше прекрасное заведение нам порекомендовали друзья, которые здесь частенько ошиваются. Хотелось бы как бы посмотреть, что у вас там внутри, попытать свою магическую удачу. Пожалуйста, перформанс. Увидеться с ребятами. Угу. Я считаю, что спас. Нормально, да. Нормально. Просто... Advantage работает. Да, они смотрят на вас оценивающе вот так немножечко. Друзья, говорите. А имена-то их хоть помните? Друзей ваших. А, да, одного зовут 30, а другого золотых, у каждого из которых я выиграл. Два веселых. Они, типа. Они переглядываются и смотрят. Мы знаем только друзей 30 в моем кармане. Тончайшие переговоры просто. Неплохо, неплохо. А как насчет 20 золотых в кармане? По-моему, тебя... По-моему, моего знакомого зовут все же так. Он смотрит. Ладно. 20, так 20. Он немножко карман так оттягивает, как бы чтобы не контактировать с монетами непосредственно. Вот золотых это сколько лет? Ну хорошо, незаметно, собственно, туда ему их подсовываю. Значит, у меня остается 86. Он похлопал по кармашку, говорит, ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в магическую удачу. Он открывает двери и так рукой делает пас. Премного благодарны. И уверенно заходим. Да, удачи пока маловато в лице, я чуть-чуть подозменился. Чисто такой, блядь. Как Ди Каприо на том корабле такой недовольный. Что ж, мы заходим, что мы видим? Да, вы заходите, видите весьма... И внутри, и снаружи это действительно богатое заведение. Можно лицезреть... Так, секундочку... Где-то тут. А можно лицезреть все виды увеселений, необходимых для полного погружения, скажем так, в жизнь казино. Любое... Так, где оно? Ну ладно. А есть всевозможные... Прокиньте мне каждый из вас тогда историю. Розея и Вин, вы, получается, можете не прокидывать. Вы знаете все виды игр, которые здесь есть. Ладно, я, а Вин-то почему? У Вина есть бэкграунд. Как же Декарт вспомнил?
Видимо, игрок. Я да. Как на этой гифке с Кирюказом и с телефоном. Ничего себе, плюс 10? О. Так сейчас понял, плюс 10? Это же от мудрости, по-моему. Нет? Нет, это от интеллекта. От интеллекта? Проф, эффект, а что за эффект с плюс 6? Это у нас что такое? Профишенти. Нет, какая-то, ну... А, Санкунинг, это типа от архитектуры, типа... Санкунинг. Да. Окей. Ну, такое, вы, да, есть там. В общем, вы все, ребят, понимаете, на всякий случай, да, надо было проверить. Вы все понимаете, что за игры есть и тот самый пьяный растяпа. Угу. Классический. Есть так называемый Белый Джон. Есть Колесо Фортуны. И есть выделено такое достаточно огороженное большое место под такое устройство интересное. Оно квадратное, как бы. Вот его... Так. Так, кто из вас? Декарт его раньше встречал единожды. Мадорис его тоже встречал, получается. Это устройство, которое при нажатии на него выдает на экран 4 картинки, 4 изображения. И если эти изображения совпадают, или какая-то серия, или это какой-то особая комбинация изображений, то вы выигрываете. Подожди, я правильно... Что? Литус, давай, ты первый, господин Декарт. Я говорю, это мета, что пора менять на стриме. Да. Ди, подожди, а ведь правильно понимаю? То есть, получается, все игры, что там есть, да? А, ну, эти вот. Ты на что-то еще хотел проверять? Не, я просто вот что подумал, что... Ты хочешь куда-то ребята, которые... Не-не, я просто что подумал, если вот ребята, которые сейчас в чате сидят, они же зайдут на Boosty к тебе подпишутся, то они тоже увидят много всяких интересных игр в итоге. Да. Тоже. И даже 20 золотых платить не придется. Всего лишь 49 рублей. Включая НДС. Итак, господа, вы хотите найти какую-то специфичную игру, вы хотите найти... Вы хотите подойти к бару, вы хотите что-то еще сделать? Ну, я 100% к бару. Азартные игры меня не особо интересуют. А мне интересно насчет вот этой коробки. Хочется уже подойти и попробовать. Все так, пока преимущество харизмы нужно к девочкам клеиться. Итак, господин Вин, вы отправитесь к бару. Там, естественно, стоит бармен. Само собой протирает бокал. Класс. Привет, старина. И подсаживаюсь, видимо, на стул около барной стойки. Или облокачиваюсь, если стула нет. Ты подсаживаешься. Стул действительно есть. Ну, здравствуйте. Чем я могу быть полезен? Что вам обеспечить? Что да, вам обеспечить, к сожалению, наверное, в меню это под номером информация. Потому что на работе как-то пить не привык. Еще своих приятелей, возможно, и информацию о другом своем приятеле, о моем дедушке. Mm-hmm. Он кивает. Без проблем. Это в меню это под номером 6. Он тебе протягивает такой небольшой буклетик. Там ты видишь номера, там всякие вот это коктейли. Всевозможная выпивка, небольшие снеки. Ну и под номером 6 написано каждый вопрос бармена 10 золотых. Нихуя себе. Это я про себя думаю. Даже интереснее, чем заклинание разговор с мертвыми. Это патрон про себя подумал, то я сейчас. Был задать вслух подумал. Угу.
Я вас понял, старина. Как мне он кивает тебе. Замечательно, что мы друг друга поняли. Можете звать меня Торин? Торин. Это первый вопрос. Здесь вот. Это внутри считается за первый вопрос? Шутил. Да нет, не-не-не. Нет, если что, типа. Нет, это за счет заведения. За счет заведения. Хорошо, замечательно. Тогда мне бы, пожалуйста, и протягиваю 10, ну, как бы по барной стойке провожу 10 монет. Ну, или как, 10 золотых? 10 золотых. Да. Отчаянно ищу деда. Недавно в город приехал и вот хотел повидаться с родственником. Зовут Вальдер. Где может быть? А, это ваш дед? Он немножко рассмеялся. Ну что ж, в таком случае 10 золотых запишу на его счет, потому что его долги, это, конечно, диву даешься, как человек может столько проиграть. Но боюсь, что не только у нас он столько задолжал, поэтому я бы искал его уже где-нибудь на дне колодца или что-то в этом роде. Извините, если это был ваш любимый дед. Ну, двоюродный. Двоюродный. Поэтому ничего страшного. Но, как бы, по правде говоря, с такими долгами либо долго не живут, либо где-то уже он в пещерах добывает что-нибудь. А, сейчас, блядь, 7-6. Хорошо, я тогда протяну еще 10. Сейчас как бы сформулировать один момент. Кто еще интересовался? Дедом. Кому еще он задолжил? Помимо вашего достойного заведения. Он снова смеет. Мне кажется, проще найти тех, кому он не задолжал. Просто в один момент складывается такое ощущение, что он буквально всем, все места, где можно взять деньги в долг, он их все обошел. Так что... Мы это слышим? Я думаю, что они не сильно громко говорят. Вы все-таки ушли в сторону магической коробки. Но я точно играть и не пошел. И достаточно громко в казино, несмотря на раннее утро. Здесь вот как раз здесь оживленно. Уже не раннее утро, уже где-то сколько, ну скажем, 10 утра. Достаточно оживленно, есть такой небольшой гул голосов, там вот этих действующих механизмов. Okay. Вот, поэтому вы не можете услышать, о чем они говорят. Хорошо. Можно я пока воспользуюсь паузой? Я хочу пойти поиграть и пошулерить, почитерить и попробовать выигрывать денег фоном. Замечательно. Я тоже хотел в рулетку поиграть. Так, давайте сейчас мы закончим с господином Вином. Хорошо. Второй вопрос ты хотел, да? Кому он задолжал? Он всем был должен практически в этом городе. Так что, как бы, если что-то еще вас интересует на эту тему, то можете спросить без дополнительной платы. Он наливает тебе немножечко виски и стаканчик тебе пробрасывает. За здоровье вашего деда. Благодарю. Угу. Да, но ему пригодится, судя по вашим рассказам. Не ожидал ли, конечно, застать деда в таком состоянии. Впрочем, ничего удивительного. От его старого приятеля слышал уже что-то подобное, но не думал, что это все в таких масштабах. Ну что ж, кто самый опасный, кто им интересовался, или если есть таковые? Самый опасный, он так немножко задумывается. Ну, старожилы бы сказали, что посол Маджуца. Так. Угу, даже так. А что, я как думаю, он умудрился перейти дорогу послу? Или... Видимо, что-то тоже на экономическом плане. Мне знать неизвестно. Вот просто из того, что я слышал, да, его искали прихвостни именно маджусовские. Поэтому, возможно, сами элиты маджуса здесь редко бывают. А вот посол частенько заезжает к нам в город, поэтому... Я предполагаю, что каким-то образом Вальдер
перешел дорогу и ему. Ну что ж, в таком случае, наверное, по поводу деда спрашивать не буду. Единственное, что попрошу, если все-таки посол или какие-то люди, связанные с ним, будут разыскивать деда, передайте, пожалуйста, что его внук Косби Маккри... Косби Маккри. Косби Маккри, да. Готов оказать всяческую помощь, и в принципе его можно найти в таверне «Звездный бочонок». Косби Маккри в «Звездном бочонке». Замечательно. Да. Но задам другой вопрос. Ищу двух своих товарищей. Два типа, можно сказать. Два по 0,5. Такие шебутные ребята. Частенько здесь открываются. Часто берут заказы на охрану каких-то господ. Вчера вот с ними, так сказать, пересеклись. Тоже проверили удачу. Mm-hmm. Хотелось бы найти этих ребят. Это еще 20, да, получается? Нет, это говорит, за счет заведения еще. Про этих ребят, это наше местное, это от, скажем так, местный чоп, ага. От казино. Да-да-да-да-да. Мы своих клиентов как бы бережем, мы своих клиентов уважаем. Вот, скорее всего, вы о Бибе и Бобе. Точно-точно. Да. Бибе и Боба. Да-да, это... Это, наверное... Как же взять именно персонажа штормит в одну и другую сторону? Жаль, что не Пупа и Лупа. Это у Архивариуса будет. Но они сейчас дома, скорее всего, откисают. Я передам, что вы заходили. Да, тогда тоже передайте, что можно найти. Замечательно. Так, далее. Пинки и Розея. Вы хотели сыграть... Одна в рулетку, вторая в карты? Ну, там, нет. Где можно, ну, в покер, где можно быть шулером. Хорошо. Я хотела поиграть в этот, который странный аппарат, которого я не видел. Странная коробка. Замечательно, но тебе нужно встать в очередь в таком случае. Это самый популярный... Как кентавр, ты занимаешь сразу два слота. Да, вообще. Как кентавр, занимаешь сразу два слота. Ну и придется подождать минут 20-30. Там написано, ты видишь, что небольшое объявление, что на одного человека не дольше 10 минут. Как бы и потихонечку очередь продвигается, но все-таки не заканчивается. Поэтому вернемся к тебе чуть попозже, если ты больше ничего не планируешь. Я тебе представляю, нет, остановлюсь в очередь и копытом такая... Типа в ожидании. Я теперь представляю кентавра с шулерским бэкграундом или с гемблеровским, который 4 копыта на удачу носит с того всегда. Имба. Розея, тебя интересует покер условный. Предположим, что здесь ты его действительно находишь. Так. Садишься за стол. Крупье. Говорит, господа, ваши ставки. И какие ставки бывают? Нет, ну так я оглядываюсь и смотрю, кто сколько ставит. О, ты видишь, что малый блайнд 5 золотых, большой блайнд 10 золотых. Окей, ставлю 10. Понятия не имею, что значит малый большой блайнд, но ставлю 10. Итак, малый большой блайнд, смотри, поскольку у тебя же есть бэкграунд, да, Рога? Да. В покере каждый круг ставится малый и большой блайнд. Малый блайнд это условно 5, большой блайнд в 2 раза больше, 10, соответственно. Угу, угу. И это чтобы банк поддерживался. То есть даже если никто не поставит, если все скипнут, то в банке будет 15. И они уйдут тому, кто поставил большой блайнд. Окей, ладно. Вот, и они переходят каждый раз. То есть 5-10, потом тот, кто ставил 10, ставит 5, по-моему. Следующий ставит 10 за ним. И так по часовой стрелке, вот они меняются, короче. Чтобы банк поддерживал циркуляцию и всегда были деньги в банке. Вот. Okay, ну то есть я могу выбрать. Я могу выбрать, что поставить. Нет, ты должна делать ставку либо большой блайнд, либо больше большого блайнда. То есть 10 или больше ты можешь поставить. 10 или больше? Да. Ну, окей, ладно. Я не хочу привлекать к себе сильно много внимания, поэтому я просто 10 поставлю. Супер. Проходит круг, суммарный банк в итоге набирается на 70 золотых, первый круг, и крупье сдает карты.
Это обычный техасский холдем. Две карты у вас на руках. И после этого будет выложено три карты, потом еще одна, потом еще одна. У кого больше комбинаций? Можно пометить вопрос, пожалуйста, извини, да, что перебиваю. Конечно. Это имплайт, что в нашей вселенной есть Техас? Я для примера привел, но в целом мы можем потом это обсудить. Кладчестерский холдом. Внезапно тут такой покерный лор. Я думала, сейчас мне скажут, ну кинь ловкость рук, короче. Мне тут надо какую-то тактику выбирать. Я не ожидала. Ты настоящего артефактора спросил. Да, про карточные игры это ты зря. Вот. Ну, короче, смотри. У кого самая большая комбинация? Покерная комбинация, ты представляешь? Или я играла в какой-то, видимо, очень примитивный покер. Ну, в общем, смотри. Я помню, там были комбинации. Да, комбинации ранжируются. Самая сильная комбинация — это флеш-рояль. От десятки до туза. То есть 10, валет, дама, король, туз. Одной масти. Угу. Вот, это самая сильная комбинация в покере. Угу. Окей. Крупье вам сдает карты, по две карты на каждого. И говорит, ставочки повышаем, понижаем. Так, ты смотришь свои карты, ты можешь посмотреть свои карты. У тебя валет 7, разномастные. Ага. Ты можешь их менять, я так понимаю, да? Ты хочешь себе флеш-рояль условно собрать? Или ты хочешь комбинацию поменьше? Вероятность флеш-рояля низкая. Очень низкая. А есть какая-нибудь комбинация крутая, которая мне с большой вероятностью даст выигрыш? Ну, две пары попробуй какие-нибудь. Ну, не очень подозрительные. Ну, типа, как, короче, да, приходит да. какая-то девка в кожаной броне, и у нее, значит, сразу да, флеш-рояль. Смотри, у тебя может быть стрит сейчас. Это 5 карт подряд. 7, 8, 9, 10 валет. Угу. То есть тебе но нужно, чтобы... разные. Да, без, это без разницы. Есть стрит-флеш, да. Это тогда одной масти. А, окей. Сейчас у тебя научим покеру вместе с ДНД. Ну, короче, ты можешь собрать себе хорошую комбинацию. Можешь собрать себе хорошую комбинацию. Если в зависимости от того, что выпадет. Вот. Хорошо. Итак, будешь ли ты повышать ставку? Не, разве не менее палевно будет, если у меня реально там две пары будет, или там пара и тройка тогда? Пару, она говорит сильную, пару легко перебить. И две пары даже легко перебить. Я хочу ну, что-то, чтобы выиграть, стрит но не уже, стрит уже тяжелее перебить. То есть нужен стрит-флэш. Это маловероятно. Стрит это как бы обычное дело. Достаточно. Ну просто мы опять же про... Ну ладно. Новичкам везет просто, скажете. Итак. Собираете где-то покерные игры там на Твиче, в Дискорде? Я собирал раньше, но как-то это поутихло. Я тебе скажу честно, у меня просто очень много часов наиграно в покер из инвентории, покер Night 2. А-а-а. Зачем гэмблить, если можно потратить эти деньги и подписаться на Double D на Boost? Реально. Так, давайте, ребят, ладно, я, наверное, переборщил, чтобы не затягивать просто эту секцию с покером. Извиняюсь перед остальными. Да, извиняюсь перед остальными. Нет, клёво, это мини-игра, реально. Ксения хочет собрать трибл страйп. Ксения, тебе так клево, остальные слушают, как я объясняю тебе правила покера. Да не, все клево. Итак, значит... Я просто наконец-то рад увидеть, что Ксения воодушевлена не просто боевка, а чем-то еще в ДНД. Это боевка с картой. Боевка с картой. Окей. Марло. Так вот, давай, возвращаемся обратно, господа. Розея, сейчас можно сделать ставку до момента, когда крупье раздаст еще три карты на стол. Окей, хорошо, я оглядываюсь, я делаю, ну, ставку адекватную относительно остальных игроков. Ну, то есть, опять, не привлекать к себе внимание, то есть я показываю, что у меня, типа, все ок, ну, что я уверена в себе, чтобы, опять-таки, не вызывать никаких подозрений. Хорошо. Но, короче, не делаю подозрительных никаких действий, вот так. Ты могла сказать просто, что ты принимаешь ставку остальных стола, условно говоря. Вот. Ты принимаешь ставку стола, общий банк, кто-то сбросил, кто-то поддержал, общий банк поднимается до сотни золотых, и крупье выкладывает на стол три карты. Ты видишь, что у тебя комбинации на текущий момент нет, но если ты хочешь подшулерить и поменять карты в своей руке, то, пожалуйста, sleight of hand.
Нихуя себе. Это плут. Это плут. Это плут, да. Но, к сожалению, крупье немножко так смотрит на тебя неодобрительно. Кажется, он заметил твою попытку подмены. Но он, типа, заподозрил пока. Он, да, заподозрил, он не... да. Он немножко так в твою сторону бросил недобрый взгляд. А сколько раундов обычно? Я могу один раунд пропустить, чтобы... Смотри, подведение? Сейчас будет еще одна карта выкладываться, когда все сделают ставки. И после выложенной четвертой карты на стол нужно будет еще раз сделать ставку, и пятая карта будет выкладываться. Еще, грубо говоря, два раунда. Окей, хорошо. Я бы тогда... Моментов ты можешь зафолдиться просто. Да, можно сбросить, но тогда ты теряешь все свои деньги поставленные. Нет, я хочу кинуть еще раз. Okay. Хорошо, я могу тогда... Сейчас начинаю в покер играть. Я бы, короче, хочу, что я хочу сделать? Я хочу один раунд играть, как все, и не читерить. Но ты уже... окей, так, хорошо. То есть ты больше менять не будешь? Ну, вот сейчас, пока. Или погоди, или это единственный шанс поменять в следующий раз? Еще будет на пятой карте шанс поменять вот, карту. Вот, я шанс. Хочу на последний, ну, типа в последний. Хорошо, вагон, в последний момент, карте. Супер. В таком случае ты пока что все колят, ну, то есть никто больше ставочки не повышает, все хотят посмотреть еще одну карту. Ты пропускаешь, на тебя пристально смотрит по-прежнему крупеток. Ну, как бы он пытается делать вид, что как бы так всех оглядывает, но ты понимаешь, что к тебе пристальное внимание. И выкладывается пятая карта. У тебя достаточно сильная комбинация. Уже как бы была благодаря тому, что поменяла карты. Так. Больше ты что-то еще делать? А что значит достаточно сильная? Ну, то есть, каков шанс, что я выиграю? Это не флеш-рояль, но шанс высокий на выигрыш. Шанс на выигрыш высокий. Высокий. Окей, хорошо. Окей, хорошо, дабы не привлекать... То есть не стопроцентный, но высокий. Угу. Хорошо, но я тогда не хочу больше внимания привлекать, так как на меня уже посмотрели. И ты видишь, как один из игроков за столом говорит... Так. 100 золотых и ставит соточку. Блин, а у меня нету сток. Блин. Молодцы. А я могу попробовать обокрасть своего кого-нибудь? Да, ты можешь. То есть вместо того, чтобы попросить помощи из пати, ты решил его ограбить человека рядом. Sleight of hand, пожалуйста, если ты хочешь обокрасить человека рядом. Я хочу обокрасть человека рядом. Супер. Ты... Nice. Держишь карты, как бы знаешь, и второй рукой так незаметно... Как будто змея, так чух, залазишь в карман к соседу, подбираешь у него кошель. Он не замечает этого. Ты быстренько переносишь кошель к себе в карман, пересчитываешь, и там 200 золотых. Кайф. Класс. Окей, хорошо, я тогда подержу 100 золотых ставку. Все остальные фолдят. Вы остаетесь один на один. Суммарный банк получается 3 сотни золотых. Так. Крупье говорит, пожалуйста, вскрывайтесь. Так. Ты покажешь свои карты. У тебя весомая комбинация. Крупье. Ribble Stripe. Да, Ribble Stripe. Одобрительно кивает, но немножко так, знаешь, все еще с подозрением. Господин, ваша комбинация. Ты видишь в этот момент, как ну-ка, сейчас, секундочку. Ты видишь, как господин начинает краснеть. Такой типа... Что? В смысле? И он вскрывает свою тройку. Никому не нужную. Да, это... Ладно, ладно. По математике... По математике не сходилось. Но твоя взяла. Он так тоже пристально начинает на тебя смотреть. Ты
Забираешь 300 золотых. Простите. Окей. Сейчас. Вот так. То есть у тебя сейчас получается 100 в мешочке, плюс к тому, что у тебя было после первой ставки. Класс. И суммарно 300 со стола. 300. Йо-йо-йо, ну то есть плюс 400. Ну да, будем считать, что так. Ладно, копейки не считаем. Тот, который не знал правил покера, выиграл 300 золотых. Так бывает. Короче, 400 или меньше. Мы можем посчитать. Мне просто лень считать, если честно, но давай пусть будет 400. Ну, 400. Ты выиграла, да, суммарно все, получила 400 к этому моменту, тому, что у тебя было. Да, все, огонь. Я хлопаю ресничками. Вот, и улетаешь? Да-да-да, я хлопаю ресничками и крупье, и мужику, который зачем-то ставит огромные деньги, хотя знает, что у него не очень сильная комбинация, непонятно зачем, возможно, он пьян. И называется это... блеф. Ну да. И удаляюсь максимально быстро, сливаюсь с толпой, чтобы они меня не прижали, не дай бог. Пока они не поняли, что они хотят меня прижать, я решила уйти. Но уходя... уходя, ты заметила, что крупье... Ну, это подозрительно, согласись, прийти, сыграть одну партию и уйти. Mm-hmm. Ты заметила, что крупье обращается к соседу, там что-то перешептывается. Mm-hmm. Прокинь Perception. Perception. Ты не услышала, что он сказал mm-hmm. другому, но он тот крупье, который был за вашим столом, он mm-hmm. искал тебя в толпе глазами. Определенно, это было слишком подозрительное действие, чтобы не остаться незамеченным. Прийти, угу. сыграть одну игру, выиграть партию и уйти. Так okay. в казино обычно не делают. Окей. Но ничего, я возвращаюсь к моим друганам, хлопаю Мадориса по плечу и говорю, что на часть его револьвера я нам накопила. То есть у нас такой план будет? Мы будем в каждом городе находить магический предмет, идти в казино, срабатывать. Итак, в этом моменте кто-то еще что-то хочет сделать? Ну, я все еще хотел... Да-да, я помню про себя, мы как раз вернемся, если что. Господин Декарт, господин Мадорис, господин Вин, какие-то азарт... Господин даже... Амкаса? Амкаса? Нет, Амкаса... Не азарт? Включить мозг, чтобы он увидел следующую карту. Ну, я хочу встать в очередь рядом с Спинки Морн, чтобы посмотреть, как все это работает. Не, Амкаса до седьмого уровня с магическим глазом играть в покер не будет. Окей. Итак, соответственно, вы встаете вместе с Спинки, потихонечку продвигаетесь. Я в всякий случай просто скажу, что я просто вернусь к основной группе и все. Хорошо. Сейчас мы разберемся с этим и тогда пойдем дальше. Вы подходите, Пинки, приходит твоя очередь. Крупье встречается, говорит: госпожа, правила простые. Вы опускаете сюда 5 золотых, вам выпадает комбинация. Если это удачная комбинация, то вы забираете выигрыш всех проигравших до вас. Все очень просто. А я ему говорю, может быть, я закину 3 золотые. К сожалению, невозможно. Машина настроена исключительно на 5 золотых. Ладно, я кидаю 5 золотых. И что теперь нужно сделать? Теперь кинь мне, пожалуйста, D100. Это самый крайний правый. Ой, бля, а чё он... Так и должно быть, всё верно. Ты опускаешь 5 золотых. Крутится изображение на небольшом экранчике перед тобой. Перед коробкой. Как бы вот коробка, да, перед тобой. Собственно, вот эти изображения меняются. И после пары секунд грустный тромбон. К сожалению, ты ничего не выиграл. Я должен их вернуть. Я кидаю еще 5 золотых. Еще раз, пожалуйста, D100.
Понял, сейчас про все правильно, специально. Пинки, ты знаешь, что 90% игроков уходят до того, как они выиграют. Давай попробуем еще раз. Ты крутишь еще раз, там скажешь еще 5 золотых. Снова перед тобой крутятся разные картинки, останавливаются, надо, и снова. К сожалению, вы о, не выиграли. Мои 10 золотых. Я кидаю. Кидаешь еще раз. Ну, пока подрастающие. 64, если убавляю одновременно. Итак, значит, ты убавляешь, замечательно. Спасибо большое. Снова крутятся картинки. Снова останавливаются. Снова уже знакомый тебе звук. Вы. К сожалению, вы не выиграли. Мои 15. Ты опускаешь еще раз. Нет, все, обратно пошло, откручивается. 59. Это давай, был твой пик, 34 твой пик. Ты опускаешь еще 5 золотых, еще раз крутятся картинки. И снова они останавливаются. И ты слышишь знакомый тебе звук. Карпетман из-за угла уже пародирует этот звук. Ты слышишь от сам Касса, который... Телепатически тебе у тебя в голове. Да. Увы, вы не выиграли. К тебе подходит крупье. Госпожа, еще один раз вы можете попробовать опустить 5 золотых, и после этого мы будем звать следующего. Ты опускаешь 5 золотых, снова крутятся картинки. Снова изображение не парное, не стали никакую комбинацию. Увы, это проигрыш. Крупье пожимает плечами, говорит: повезет в следующий раз, пожалуйста, следующий. А мои деньги. Ты видишь, как сверху к 2000 золотых добавляется твои 20. И теперь на 25 даже. И теперь на сверху над экраном с изображениями высвечивается 2025. Я бы предложила кому-то из наших, у кого хороший интеллект, попробовать взломать машину. Ты хочешь взломать машину прямо в момент, когда за ней огромная очередь и стоит рядом крупье? Это же буквально... Это же буквально второй сезон этого... Блин, мало иллюзий не подойдет. Она с обоих выгоняет, или я могу закинуть 5 золотых? Ты стоишь за ней, то есть ты можешь следующим подойти. А, ну все, да, я хочу. Давай, пожалуйста. Сейчас. Еще 5 круточек. О, ну это уже... Вау! Это близко. Ты закидываешь 5 золотых, типа, бэйн. Фу, и такие фанфары, воу, и тебе падает 50 золотых. Сюда. Куш немножко уменьшается, теперь он 1975. Ну это вот карма, Пинки все мертвых воскрешала, вот у нее не везло, а этот спас женщину сегодня. Это мне за то, что я сегодня, первый ролл, который я сделал сегодня, я напомню. Да, это правда. Ну, я еще одну закину. Все так, кармические кубики. Ну, закидываешь, нормально. Закидываешь еще одну пятирублевую, скажем так. Помните же, да, эту штуку? И после небольшой задержки появляется изображение, но звук... К сожалению, вы не выиграли. Ладно, я попробую еще раз. Так все начинают. Так, все. Вып. Ну, тут две одинаковые цифры. 1985 золотых в банке. Арка лечения от лудомании. 66, слушай, красиво. Слушай, 88, 22, 66, очень красиво. Это какие-то уникальные, которые вот не миллион зарабатывают, а по 10 долларов. Но все равно, вып. 1990 золотых в джекпоте. Этот должен быть удачный бросок. Да, это стопроцентно. Это точно. На монетке. Да, это точно. Я подул на монетке перед тем, как... Поцеловал? Поцеловал. Что так? Лизни там еще.
Нолик. 300. 1995 в банке. Ну, я все еще в плюсе. Получается в плюсе, да. Не, вы в нуле вот ровно сейчас вдвоем. Ну, вдвоем, да. Ну, как бы деньги Пинки Морн, это деньги Пинки Морн. Ну, она просто дала тебе твои деньги. Да. Я, ну, пожал плечами и отошел, пропустил следующего. Кто-то еще хочет попробовать? Я толкаю локтем в бок отца Амкаса и говорю, бля, взломай эту коробку, наколдуй там что-нибудь. Наколдовать? Взломать? Ну да, сделай так, чтобы она показала джекпот нам, и мы забрали все деньги. Оценок, а потом, знаешь, пойдет просто в сейф ломиться, такая, сука. Я зашел в этот момент, как бы, ну, Амкас вообще не про мирские вещи. У него полностью, ну, он все вот этот, весь этот момент, он с таким презрением условно скрывает перманентно. Он как этот, как школьник, эмо-школьник, который один на всей партии стоит в углу. Вот примерно так выглядит. А я толкаю его локтем так, что его, знаете, он покачивается. То есть я прям сильно его толкаю локтем в бок. Сильно? Прокинь, пожалуйста, силу. Если ты сильно его толкаешь в бок. Пока мы там играем, у отца Амкаса в голове играет. Crawling in my skin. Не, ну ты... Это обычный такой толчок. Это обычный толчок. Ну так чё, ты мне будешь отвечать? А, так. Амкаса, ты мне будешь отвечать? Я тебе предлагаю. Ну, у меня есть хоть какое-то представление о том, как работает этот механизм. Прокинь. Вот, я могу. Нет, давай вот так я правильно, чтобы вспомнил. Давай. У меня есть представление, какое знание я должен получить от божества, чтобы хотя бы попытаться взломать эту коробку. Вот так. Прокинь мне, пожалуйста, тогда инвестигейшн тоже. Investigation-то у меня нехорош. Ну такое. 8. К сожалению, ты не понимаешь, как работает эта машина. Прокинь аркану. 오케이. Ты не понял, как механически работает эта машина, это устройство, эта коробка. Но ты почувствовал, что это чисто магическое изобретение. Как бы оно не выглядело как машина, внутри пусто. Это все магия. Там, ну, банальный счетный механизм, и картинки появляются за счет магии. Поняв это, ты также понимаешь, что в целом внезапно приходит тебе озарение. Вокруг слишком много магии для казино. Я правильно понимаю, теоретически... что если отец... Да, говори. Если отец Амкаса расколдует эту коробку, то его потом в сыр превратят. Возможно. Теоретически, если вы купите... Ну, это я разве так говорю. Теоретически, если вы купите револьвер, то он поможет взломать вам свою коробку. Ну, если коробка магическая, ты же там тоже, у тебя там мозги есть, еще что-то. Неужели ты ничего не можешь наколдовать? Я не волшебник. Я жрец знаний. Я могу узнать, но наколдовать... Ну, так узнай. Единственное, что раз у меня появилась вот эта информация, раз такая вот интересная ситуация с двадцаточкой вышла. Ну, они же кидают монетки куда-то? Да. Магия, она показывает на экране картинки? Да. А то, куда уходят монетки, это что-то взламываемое, может быть? Типа, может быть, это вообще никак магически не защищено? Весь механизм остальной, который защищен? Да, там просто... Ну, ты не можешь понять, к сожалению. Ты понял, что это магический объект, но устройство внутреннее этого магического объекта тебе неизвестно. Возможно, ну, теперь Россия уже телепатически это говорю. Возможно, у тебя больше навыков для того, чтобы взломать эту штуку. Потому что
вот этот механизм, который показывает картинки, он сугубо магический, но то место, где складываются деньги, совершенно не факт. И пока вы обсуждаете и думаете над тем, чтобы что делать дальше с этой коробкой, господин Вин, вы стояли в очереди все вместе. Я так понимаю, ты говорил, что подходил к своей группе, так что ты можешь следом за господином Декардом отправиться и покидать свои 5 золотые. Да, давайте, ладно, сори. Окей, Хани. Так. Окей, Хани. Первые 5 золотых улетают, и ты слышишь вып-вып-вып. Сейчас, я не буду каждый уменьшать, я просто минус 5, я просто себе запишу, потом скопом вычту все 25 золотых. Ты опускаешь еще 5 золотых, и на этот, видишь, что картинки засияли так немножко ярким таким светом, и уже более радостные фанфары, типа тут-тут-тут, и ты выигрываешь 20 золотых. Тебе обратно опускается 20-ка. Плюс 10. Окей. Ага. Ну, сейчас разберемся. Так, это 2 трая. Еще трай. Ты слышишь? Уп-уп-уп. Угу. Вы что? Проиграли. У-у-у. Ты слышишь? Тут-тут-тут. И тебе падает 50 золотых. Так, сейчас. Это было минус 5. И плюс 50 получается. Совершенно верно. Ну давайте, Ластецкий. Давайте. Уп-уп-уп. Мы проиграли. Ну, крупье тебе говорит, неплохо, неплохо сыграно. Следующий. Угу. Неплохо сыграно. Спасибо. Ладно, сейчас я посчитаю тогда. Крупье начинает спамить, неплохо сыграно. Неплохо сыграно, да. Я пытаюсь... You're pretty good. Я в это время выгляжу как вот эта женщина из гифки, у которой формулы перед глазами летают. Так. И я пытаюсь придумать план в стиле 11 друзей, 13 друзей Оушена. 45 золотых. Как обокрасть казино. Так, прокинь, пожалуйста, инвестигейшн. Разве достает заточку и начинает кричать. Деньги сюда. Подсадочка. Смотри. Ты понимаешь, что механизм приема денег действительно обычный. То есть просто денежки опускаются, ты услышала, что они куда-то там падают, и потом механизм их возвращает в случае выигрыша. Теоретически там есть емкость с деньгами, со всеми, которые указаны на верхнем экране. Возможно, если отвлечь все казино, всех крупье и игроков, у тебя будет возможность вскрыть этот баг с деньгами. Баг с деньгами, скажем так. И попытаться сколько-то оттуда забрать. Отвлечь, говорите? Так. Я, значит, я подхожу к друганам. Я слышу, что Мадори заинтересовался. Вот. Но я не могла об этом догадаться, конечно. Ну ладно. Ну ладно. Короче, я возвращаюсь. Вообще, у меня изначально была идея. Я смотрю на отца Амкаса. Я смотрю на то, насколько он, какой он святоша, знаете, вот это вот. Этот вот отличник, который говорит, не списывай и не дает тебе списать такое. Типа, это я не буду этим заниматься. Ага, я смотрю на него, машу рукой. Смотрю на Пинки Морн, оцениваю ее мотивы, понимаю, что она проиграла деньги. Пинки Морн очень грустная, сидит в баре и пьет самый крепкий кофе, что у них есть. Да-да-да, смотрю на Пинки Морн, понимаю, что у нее есть мотив. Блин, но я хочу как-то задействовать Мадориса. Давайте представим, что Мадорис утешает Пинки Морн. Так, допустимо. Давайте если не можно. Будем этого представлять. Короче, я подхожу. Крупу. Да, завязываешь косички из ее хвоста. Да-да-да-да. Наматываешь на палец такой, типа, ну, девочка, все в порядке. Я сажусь за стол и шепотом рассказываю план, что если мы сможем создать
достаточно много хаоса, так, чтобы все отвлеклись, я смогу стащить 2000 золотых. И вернуть Пинки Морн то, что она проиграла. И там, типа, Декарты, Виндеки, которые выиграли. А, я как бы задействован, я так понял, что я типа... Я думаю, что вы все общаетесь вместе в круглом столе, так сказать, вся партия. Потому что такое надо обсудить. Я предложу не яблоко, как Брэд Питт. Мы можем устроить пьяную драку. Либо я могу спеть песню. Мне кажется, нужно что-то прям грандиозное, типа, чтобы все казино загорелось. Или восстание мертвых. Ну что-то, чтобы все прям отвлеклись, потому что... А крутые... Превращение дворфа в волка-пироманта? Да-да-да. А если внезапно здесь появится оборотень? Вервольф. Я могу поднять мертвых. Говорящий, вооруженный. Да. Который, возможно, не будет никого убивать... все-таки, но который будет носиться и устраивать хаос. Выйти, петь похабные песни про чужую матушку. Да. Ну, как мы... Но... А мы можем добавить спецэффектов туда, когда... Я смотрю на Пинки Морн. У казино наверняка есть охрана. Я теоретически могу подавить эмоции всех людей в 20 футах, если они нападут на оборотня, и потом сделать их безразличными. Что а ты можешь сделать делать? Безразличными к тому, что я просто подойду и вскрою автомат? Или наоборот, ты можешь их сделать, чтобы они сильнее паниковали и разбегались? Скажем, если ты сможешь... А что там было про увеличить? Это я предложила. Ну, вообще бывает у волшебников такой скилл. Я могу сделать иллюзию. Кто, Пинки Морн? А, нет, отец, я думал, ты про цену. Иллюзию. Ну, у меня есть малая иллюзия. То есть я могу сделать так, что кто-то услышит, как он рычит сильнее. Ну, нормально. Ну, не план так-то хороший, но наверняка, я могу... наверняка я могу... в казино есть охрана, которую попытается, если не убить... И, возможно, антимагический... То уж точно ему его поранить. Сильно. Давайте посмотрим. Ну, можно изучить? Я могу внушить человеку рядом с этой машиной, что она сломана и на ремонте. А я могу прикинуться ремонтником. У меня это был мой второй план. Да, чтобы ты прикинулся ремонтником, потому что ты же можешь... Это Fantasy Grounds в Steam. Мне, правда, желательно бы увидеть хоть одного ремонтника. Ну, ты можешь через перформанс. Ну, вообще, тихий вариант. Давайте так, план А. Вин, ремонтник. Нужно просто как в кого-то обратиться. Мне кажется, это будет какой-нибудь, типа, тоже полурослик. Пузатые сами в красной кепочке. Потому что они обычно технологиями владеют, да, ведь правильно? Вот. Ну, это немного расист с той стороны был, но окей. Ну, вообще, есть же дома, но они же правда известные. Мы про стереотипы. Во-первых, если ремонтником кто-то и должен быть, то это должна быть Азы, потому что она все-таки самая ловкая, и это она будет взламывать в момент ремонта. А Вин, ты можешь меня превратить или только себя можешь? Только себя. Я могу прикинуться ремонтником, отвлечь, а ты в это время попробуешь подкрасться и взломать. Ну или ты можешь покричать и сказать, что она сейчас взорвется, и все должны убежать. Ты должен быть Да. Обязательно маскировка должна быть магическая, нельзя... Вот я просто хочу вот это как раз понять, Ди, тут может быть, я могу как-нибудь своим некроманским чутьем кобылячим понять, есть ли здесь какая-нибудь там защита от магии, условно, что может... Он попытается использовать магию, то сразу начнется... Это важная деталь, которую я хотел сказать прямо перед этим, что это, ну, как предупреждение, здесь все магическое. Здесь все магическое. Здесь, вероятнее всего... есть и опознавание магии, и защита от магии, магическая защита. Все верно. То есть мы это без проверки можем понять, да? Ну, Карпетман уже все понял. Тогда дебош? Он 20-ку выкинул. Ну да, тогда дебош. Дебош? Ну и получается только не магический, то есть...
Ну. А мы правда хотим этого делать? Как бы у нас еще и всякие дела в городе. Нет? А почему нет? Ну, просто я думаю, что как бы нас будут искать и за пределами казино тоже. После а почему такого. Да? Это с виду честный бизнес. Все, так сказать, по чесноку, very good, nice. Вот, ну, ключевое да. слово с виду. Казино? Магическая машина, которая съедает твои 5 золотых и дает тебе с малой вероятностью выигрыш? 25. Ну, я выиграл. Ты не выиграл 2000, как тебе обещали. У нас адвокат дьявола выиграл. Мне никто не обещал. Я не адвокат дьявола, просто мы, возможно, будем грабить людей. Окей, окей, давайте так. Давайте мы... Мы всего лишь пограбим награбленное. Мы можем взять паузу, сделать все дела в городе и в следующей серии вернуться сюда железобетонным планом и ограбить казино. М? И сохраниться перед этим. Мы тут с одним сохранением играем, у нас тут это режим. Я сейчас представляю. Так, у нас через 2 недели мы собираемся такой дип. Так, ребят, сегодня у нас... будет сюжет про ограбление казино. Вы принесли запасных персонажей? Да блин, ну что вы такие? Ну реально, окей, аргумент, что нас будут искать еще в городе, валидный, но мы можем это сделать тогда на выходе из города просто. И свалить оттуда, и все, и больше не возвращаться туда. Ну меня вообще в целом ограбление не очень устраивает. Я поэтому и представляюсь всем чужим именем все время. Поэтому... Но это не ограбление честных людей, это ограбление нечестных людей. Ну, с чего ты взяла, что честные люди? Ну, потому что азартные игры и магическая машинка — это обман. Ну, у нас есть информация, что горные дома никогда не создаются честными людьми. Это либо отмыв денег, либо их выманивание у населения. Третьего не дано. Люди сами приносят сюда свои деньги. Их на входе никто не бьет, чтобы они типа отдали золотые, как ту девушку в подворотне, которая сегодня встретила. Мы буквально заплатили 20, чтобы зайти. Это я в меди как бы. Да, да. Ну, это мы. Это мы. Ладно, я думаю про себя, что если что, мы найдем еще работку по разгружению какого-нибудь завала для Декарда. И пока его не будет, ограбим казино. Ну, я соглашаюсь, короче, я соглашаюсь оставить эту тему на сегодня, но я не оставляю мысль. Я понимаю, если вдруг всплывет, что какой-нибудь... Ну, Лотариан нас... Нехороший человек. Нас плохо встретил уже. Нас уже попытались убить в этом городе. Мы пока ничего не сделали, нас уже попытались. Да. Ну, если мы вдруг узнаем, что... нас пытался убить владелец казино, то я, возможно, изменю свое мнение по этому поводу. Квин, превращаешься в владельца казино. Понравились мои крендельки. Ладно, ладно, все, окей. Короче, мы поняли, что неразумно сейчас грабить, потому что у нас есть еще квесты в городе, поэтому пока берем паузу, но я запомню. Кстати говоря, об информации и о том... Что мы можем узнать? Бармен поделился информацией о том, что искомый нами персонаж, Вальдер, он должен практически всем в этом городе, в том числе под послу Маджицы. Успел перейти дорогу. Поэтому просто так, видимо, найти его будет проблематично, потому что если должен всем, то зароешься, наверное, в самую глубокую нору, которую можно найти. Извините, перебью. Тут, устроить грабеж на казино и пасть как православные затейники лучше, чем вовсе не грабить казино, пишет нам чатик. Затейники. Затейники. Вот, да. Прославленные. А, я как сказал, прославленные затейники. Я православно сказал затейники. Православные, да. Православные. Это наша партия, так и будет называться. Православные затейники. Затейники. Все, извиняюсь, продолжайте. Все хорошо. Ну нет, идея как бы так или иначе-то не отбрасывается, у нас, ну, все же квесты. Соответственно, если кто-то захочет воспользоваться нашими услугами по поиску или дать какую-то информацию, имя я оставил.
не свое, выдуманное. Надо каким-то образом будет между делом предупредить этого нашего Гаррета, чтобы послания по этому имени передавались нам. А, ребятки 2.05 тоже где-то нас таким же образом должны найти. То есть, к сожалению, конкретной информации, кроме того, что чел всем должен, нет. Сори. Окей. 2.05. Ну, эти Биба и Боба. Так, какие у нас, какой у нас есть другой... Ну, что мы можем вообще сейчас сделать? Грабить казино, ладно, первый вариант. Второй вариант. Пойти к Архивариусу собирались, вроде как, я не знаю. Архивариус хороший есть вариант. Второй вариант, пойти... Ну, я просто перечисляю все даже бредовые варианты. Пойти в пекарню, где нас пытались отравить и конфронтировать. Пойти в другую пекарню, забрать заказ, да, тоже. Забрать заказ, это тоже важная деталь. И третье, просто пойти в таверну и дождаться следующего дня, чтобы дождаться... Как ты там назвал? Биба и Боба? Ну да, так их назвали их родители. Да. Можно ли их назвать родителями после этого? Ну что ж. Биба и Боба. Окей. То есть у нас вот четыре варианта есть. Архивариус, пекарня номер два, пекарня номер один и таверна. А больше нет вариантов. Ну, мы не знаем, где Вальдер, мы не знаем, где Биба и Боба сейчас. Либо мы можем узнать, где живут Биба и Боба. Ну, либо нам нужен посол, чтобы он нам тоже заплатил за то, что мы найдем этого мужика. Да. Так послом сказать, двойную эту. С послом у нас может быть куда, ну, куда больше интерактив. Ну, да. Это помню, да, что... но мы можем на него начать выходить таким образом, этот интерактив. Только вот что ему предложить, что мы лучшие в мире ищейки и поисковики, которые услышали случайно, если что... мы можем, ну, если нам нужно что-то предложить, мы можем предложить ему, что на его государство нападают. Планируют террористы. Если этого недостаточно, то я не знаю, чего достаточно. Но мы сможем доказать? Ну, к огромному сожалению, труп Даррингтона больше говорить не будет. Дариуса, извините. Это у меня Critical Role куда-то. Это у меня Critical Role там этот, там Даррингтон. Тайрион Даррингтон. Да-да-да. Итак, какие у нас опции? Сходить к Архивариусу. Архивариус может нам дать информацию про крендельки. Про крендельки, да. Мы знаем, что есть некая анонимная коробка, и я что-то сомневаюсь, что... Короче, я думаю, что крендельки — это ложный слой, ложный след, ложный слой, слоёное тесто. Ты заказала доставку в итоге? Нет. Ну, мне кажется, короче, это ложный след, но мы можем проверить. Ну, то есть кто-то нас пытался отравить, но вряд ли это были они, потому что уж слишком очевидно. Да, но мы можем поговорить с ними, запугать их, и они, может быть, нам что-то по чем-то помогут и наведут нас. Либо да, они тупые. Либо они тупые, но не похожи. Это же казино как-то построено. То есть, и они могут быть точно такими же. Есть Биба и Боба, но мы их не застали. Нам надо их... А, есть возможность подписаться на Boosty, где, кстати, еще за 49. Есть еще одна опция. Нет, это не возможность, это... требования. Обязательства. Да. И что у нас еще? Какой вариант есть? У нас нет никакой наводки на должника, да? Угу. Кроме посла. Может быть, посол что-то знает. О, Господи. Ну, если он нас... что-то знал, то он бы... Это хомбрю. Я предлагаю, как... Я скидываю идеи, а игроки пытаются решить. Как это? Слово забыл слово. Как самое неспорное действие — пойти к Архивариусу. Окей. Окей. Ну, мы можем пойти по очереди, да. Как записи в журнале у нас появились?
Так мы можем. Некоторые картинки, конечно, из интернета все. Сам я пока карты не рисую. Таким образом возвращает. Только в этом году начал. Должника и посла в сюжетное русло. Идеи, концепты, персонажи. Пока вот это. Я думаю, что самый лучший выход на должника у нас через Бибу и Бобу. Итак, господа. Не знаю, это непонятно. Куда вы отправляетесь? Вечереет. Да погнали. У вас есть последний энкаунтер, который поехали вы можете посетить. Вот к Архивариусу. Замечательно. Итак, вы узнаете, где находится Архивариус. Тогда вам библиотекарь обрисовал историю, что его дом вы точно не пропустите. Это весьма специфичное строение в городе, узнаваемое. И вы его точно найдете. От казино вы доходите также где-то минут за 40 окольными путями и добираетесь до этого строения. Итак, чем же оно примечательно? Это трехэтажный особняк. И он как бы из трех уровней. Первый уровень широкое основание, второй этаж меньше. Как будто такой торт, грубо говоря, тут, знаете, да, бывает? Свадебный? Типа того, вот, типа свадебного торта, да. Второй уровень, он поменьше. И третий, самый высокий уровень, он там буквально как будто одна комната. И все. Вы подходите к этому особняку местному Архивариуса. И что делаете? Ну, там звоночек. Как какие-то способы взаимодействия с дверью есть? Да, можно постучать, можно, ну там такой такое колечко есть, которое так тык-тык-тык. Да, конечно, в колечко тык-тык-тык. Замечательно. Вы пытаетесь постучаться. Раздается по всему этому особняку гул. Определенно вас услышали, но никакого ответа нет. Ну, еще раз попробовать, может, не услышали. Вас определенно услышали все, кто находился внутри. Ну, попробовать прокричать, уважаемый Архивариус. По какому это делу? Мы по делу, мы по важному делу. По какому делу? Мы по делу. Нам только спросить. Итак, вы кричите с улицы. Я на всякий случай ваши фразы предварительно кастую обнаружение магии. Ну, ритуалом. Типа 10 минут готовы, угу. На всякий случай. Вы, в общем-то, кричите, но тишина в ответ. Никто никак не реагирует. Я могу посмотреть, может, там под ковриком или где-нибудь за вазой есть ключ? Так, пожалуйста, обеспечь мне investigation. Итак, классическая история, я не мог и не воспользоваться. Ты ищешь в округе. Есть ли какой-то ключ, но ключа, к сожалению, нет. Тем не менее, ты понимаешь, что дверь не закрыта. Я приоткрываю ее, засовываю слегка и говорю, в доме есть взрослые? Ответа не последовало. Я выбираю голову обратно из двери и говорю своим спартийцам, походу, взрослых дома нет. Так, давайте зайдем. Может, есть дети? Итак, я заглядываю обратно. Может быть, Архивариус — это ребенок? Вы заходите... Я заглядываю обратно и говорю, а в доме есть дети? Ответа не последовало. Я выглядываю обратно и говорю, Розе, по-моему, детей тоже нет. Ну, вообще, есть большая вероятность, что это никакой не частный дом, а это место, в которое люди заходят. Типа, и оно открыто. Можно прояснить, это частный дом? Это
частная собственность, но когда вы заходите в особняк, вы понимаете, что первый этаж — это обширная библиотека. Хм. Ожидаем от архивариуса, не находите? И поэтому, возможно, нам не ответили, потому что титанов на библиотеке. Не знаю, вышла какая-нибудь злая библиотекарша, такая полуорчика, чё шумим? И типа там... Ну, мы заходим, Орчиха. Я так понимаю. Да, вы заходите. Да, мы заходим, изучим это место, попробуем что-нибудь найти, какие-нибудь следы обитания. Да, вы видите бесчисленные полки, все заставленные книгами, где-то чуть пыльнее, где-то чуть свежее. Будете где-то что-то искать? Не, нам нужен архивариус. В основном, как бы, это исключительно вот такой уровень, где только библиотека. Есть там столы, где можно взять книгу, остановиться, почитать. Но ничего примечательного ваш глаз не цепляет. Есть какая-нибудь книга, которая вот открыта, которую как будто кто-то вот читал вот незадолго до? То есть там как, там видно, что была какая-то деятельность недавно? Или там прям вот реально уже давно кого-то не было? Видно, что была деятельность сегодня. Видно, что пользовались сегодня библиотекой. Вот это вот место. То есть, когда книги старели, зачитали такого. Ну да, да, типа того. Такое было. Так. Вы в углу также видите, что вот есть лестница дальше на второй этаж. Я, ну, пока мы вот рассмотрим, говорю, может быть, здесь так же, как в лагере этих торговцев? Ну... Это обнаружение магии, если что, к этому моменту должно было, наверное, уже начаться. Да, магии никакой ты не находишь. Было бы очень удобно, если бы мы еще одну какую-то страшную проклятую книгу нашли. Ну, чтобы у нас было две книги, с которыми мы как бы никак не взаимодействуем. Блин, а если мы обоим книгам откроем, и они увидели бы друг друга? Это как они бы, если прошли, призвали бы третью книгу? Ну, игра закончится просто в этот момент. Книги увидят друг друга, правильно? Третий том Gravity Falls. Давайте. Окей, пока суть до дела, там пока ребята рассматривают, можно ли, могу ли я найти в этих рядах что-нибудь о магических книгах с инициалами ХБ? Прокинь мне, пожалуйста, инсайт. Раз уж про это речь зашла. Да, у меня будет следующий заказ. Харитон Борисович? Харитон Борисович. Итак, ты быстренько пробегаешь по полочкам, и да, действительно, здесь есть экземпляр, описывающий труды господина HB Хабенского. Да. Можем называть, кодово называть его Хабенским. Труды Хабенского здесь есть. Не труды, а описание Homebrew, все верно. Описание его жизни и его трудов. То есть, что он делал, что эти книги из себя представляют. Окей, это вот такие вещи. Чтобы не тратить время, я просто забираю книгу и убираю в рюкзак. Запиши себе вот эту антологию Хабенского. Так, пока все остальные, я так понимаю, будут тоже же в поисках архивариуса, я тоже так обособленно хочу... посмотреть книги по двум тезисам, по которым мы смотрели в библиотеке прошлой. Это по геральдике и по городским слухам каким-то. Или по... Прокинь также тогда два раза инсайт. Инсайт, это я люблю. Да, ну, надо же тебе хорошие роллы давать иногда. Ой, это я что-то другое кинул сейчас. Было два. Блин. Жизнь, да. The life and death of господин Хабенского. Итак, смотри, по геральдике. Ты находишь книгу достаточно быстро. И находишь интересующую тебя информацию уже в более развернутом виде. История про эту купеческую гильдию, которых логотипом, да, гербом выступал Крендель, они являются одними из основоположников этого города. То есть они помогали его строить. Они помогали здесь в трудные времена, спонсировали этот город. Они выходцы из Маджуца. Но сами при этом
магами не являются. У меня ж микрофон упал. Так бывает. И в основном здесь идет нейтральное абсолютно описание, чем они занимались, как, в чем участвовали, в каких мероприятиях городских. Но в конце есть приписка, что когда наладились прямые отношения с Маджутсом, mm-hmm. торговые, эта гильдия полностью пропала из города. Я представляю, что это такой, типа, как Court of Owl, только у них вместо масок этих сов маска кренделей. Все верно. Как раз по два глаза. То есть у нас есть еще одна связка с послом Маджутса, я так понимаю. У нас все связано с Маджутсой, да. Как же Ди хочет нас Маджутс повести? Все переплетено. Ну так вы на полпути уже. Так, и... Это в первой книге, правильно? Да, это по Геральдике. Mm-hmm. А, вторая книга, это вот эти это школьные, да, привидения, призраки, там, гули. Ну, тоже какие-то теории мифы, заговоры, истории, культы. Вот, да, значит, там ты находишь книгу, соответствующую твоему запросу. Книга... гласит о всевозможных слухах, которые были записаны непосредственно. То есть это не просто книга какого-то одного автора художественной литературы, это прям сводки чьи-то. Вот кто-то приходил, жаловался, это прям вот такая документальная хроника практически. И в целом ты видишь, что... в одно время, получается, 150 лет назад слишком часто пропадали младенцы из домов. Действительно, картофал получается. 150 то есть лет. Это выбивается из всех описаний всякой чертовщины. Где-то там видели, не знаю, призрака, где-то там видели что-то такое. Такое встречается периодически. Но вот тут, типа, такой, если график рисовать, резкий всплеск пропаж именно от новорожденных. 150 лет назад. У меня есть представление, что происходило еще 150 лет назад? Город основался или... вот торговцы тогда помогали, ну, не, купечество, ну, вот эта гильдия, она помогала когда-то совсем давно, там, 300-200 лет назад. Плюс-минус. Ты можешь предположить, что есть параллель между исчезновением гильдии из города и вот этим всплеском пропаж. Такая связь есть. Действительно ли это как-то связано на практике? Но время... там, ну, плюс-минус 10 лет, где-то вот так скажем. Понял. Такой промежуток временной. Хорошо. Хорошо, я эту информацию запомнил. Угу. Если что, на стриме посмотрю. Окей. Главное потом мне напомнить об этой информации. Но я вроде записал. Итак, кто-то еще что-то хочет поискать в книжных полках? Я думаю, подняться на второй этаж. Хорошо. Все вместе поднимаетесь на второй этаж? Ну да. Я пойду, я тоже ну, пойду. Да, почему бы нет, почему бы нет, да-да-да. Если я к этому моменту уже дочитал, то да, если нет, то я буду, типа, дочитаю и пойду. Окей. Вы потихоньку поднимаетесь на второй этаж. Это уже жилое помещение. Судя по всему, архивариус решил не париться и просто надстроил над когда-то публичной библиотекой себе жилое помещение. И здесь обычная бытовуха, там жилая комната, кухня, уборная, все такое, такого плана. Обжитая, видно, что сегодня деятельность была, но сейчас здесь никого нет. Есть какие-нибудь следы, куда вот кто-то мог деться, куда пойти? Так, следы, уважаемый Вин, прокиньте мне тогда... Ну, тоже инсайт давай сам поищем. Таким образом. Следы пыли от архивариуса.
Никаких специфичных следов, которые могли бы навести тебя на какие-то мысли, ты не находишь. Здесь обычные следы жизни обычного человека. Ничего необычного. Здесь же третий еще этаж есть. Третий этаж есть, да. Вы видите лестницу, которая ведет на третий этаж. Давайте поднимемся. Давайте поднимемся, да. Замечательно. Подвал там нет, нет. Замечательно. Вы поднимаетесь на третий этаж. Там буквально... То есть это была такая большая достаточно комната жилая. И на третьем этаже вы подходите, и там такая одна дверка. Вот она уже заперта. А там нету вставки в форме кренделька в этой двери? Нет, ничего такого ты не находишь. А отверстие есть, замочная скважина? Да, замочная скважина есть. Угу. Это обычная замочная скважина. Угу. Предлагаю не тратить время на поиск ключа. Можно подсмотреть, что там внутри. Головин посмотрел на меня, да? Да, именно так. Декарт, если ты хочешь заглянуть в скважину, то прокинь мне тоже инвестигейшн, наверное. Оценить обстановку внутри. Не один. К сожалению, уже вечереет, и что происходит внутри, через замочную скважину не разглядеть. Ну, стоило попытаться. Я хочу прислушаться к тому, что за дверью, и понять, есть ли там кто-то. Ну, какое-то движение, что-либо. Персепшн, пожалуйста, Розеем. Забавно, что судьба с Розеем решила, что он будет делать, поэтому я уже кинул указание. Ты пытаешься прислушаться, что происходит внутри, но внутри гробовая тишина. Ну, смотрите, так, с одной стороны... Я тоже хотел бы прислушаться, если есть такая возможность. Конечно, гробовая тишина. Мадорис, персепшн также можно... Персепшн? Да. А у кого хороший слух? Так, у этого идеальный. Это виздом. Это виздом, а у него должно быть хороший. Так, а почему у меня стоит харизма? Что, не слышите? Не слышно? Это виздом. Так, предположим. Это перформанс харизма. Ну, к сожалению, ты ничего не услышал. То есть еще хуже результат. Прекрасно. Тишина. Все, ладно, окей. По ту сторону смотрите, тишина. Архивариуса нет. Взрослых и детей тоже. Взрослых и детей тоже. Ну, мы можем попробовать, конечно, взломать. Ну, пробуем. Или можем просто не вынести. Очень... Слушай, я тебя не понимаю, типа, ребята, здесь казино, полно народу, охраны, грабить его, никого нахер нету. Блин, мечта стрёмная. Какое плохое зло тебе сделал Архивариус? Ну, типа, чуваки в казино тут... сами напрашиваются, Абсолютно. Я согласен абсолютно с Розей, но мы не пытаемся причинить зло Архивариусу. Он, возможно, оказался в беде, и мы хотим его спасти. Какой же ты, а? Да, ну, дверь открыта в дом, типа, это да, же нормально. Это все супер подозрительно. А вот эта дверь закрыта по какой-то причине. Ну, мы потом, если что, мы просто обратно закроем, никто ничего не узнает. Хорошо, я пытаюсь сломать замок. Хорошо, хорошо. Sleight of hand, пожалуйста. Да, ты ловким движением руки доводишь замок до щелчка. И дверь открывается. Кто заходит... А там БДСМ-вечеринка. Кто заходит... Архивариусу. К Архивариусу первым. Давайте я. Итак, Вин, ты заходишь и видишь перед собой достаточно обширную комнатку. Вдалеке около противоположной стены, где есть два окна, стоит стол. По бокам также... Высокие полки, высокие шкафы с кучей книг. Посередине есть небольшой столик. Около него два стула. И за столом ты видишь сидящего Архивариуса. За столом, который
Это такое, как бы, вдалеке. Дело вышло. Да. Откашливаюсь и говорю: добрый вечер, господин архивариус. У вас было открыто, мы решили заглянуть. Мы к вам по важному делу. Ты говоришь ему эти слова, но он не отвечает. Ну, слушай, я могу тоже зайти на этом моменте. Что? Я к нему приближаюсь, пока Пинки заходит. А, вы заходите, я думаю, ну, все могут поместиться в этой комнатушке без проблем. Ты подходишь к нему и понимаешь, что он сидит в неестественной позе, да, даже для заснувшего человека. Так, в такой момент ты его дергаешь, у него голова выглядит... на книгу падает обратно. У него он сильно старым выглядит. Он достаточно старый. Он спит или умер? Или уехал. Ты можешь пощупать пульс. А это Мэдисон надо или? Нет, ну тебе просто нужно пощупать пульс, как бы, если ты хочешь. Запаха нету, да? Ну, давайте я попробую пощупать пульс. Пульса нет. Пульса нет. Пульса нет. И трупного запаха нет у него? Трупного запаха нет. Но мы точно уверены, что он мертв. То есть он недавно умер, если он умер. Иди, а я могу как-нибудь понять, почувствовать то, что он, ну, он реально мертв, труп, или он просто, как ты знаешь, его... Или хайпит на своей смерти. Да, он действительно, ну, мертв. То есть нет пульса, он лишен жизни. Ну, в принципе, там... мы можем поговорить с ним, как бы. А погодите. Погодите, да. Проверка медицины бы, когда он умер. Как давно он умер? Кто пожалуйста, самый мудрый? Кто самый медицинист, ты можете пытаться понять. Давай. Ты же там мозги режешь, ты шаришь. Ну, у меня чуть-чуть сильно, но не сильно. Судя по твоим познаниям в медицине, он умер где-то час или два назад. А я могу сделать second opinion на всякий случай? Да. Он умер действительно где-то 80 минут назад. Можно ли посмотреть, над чем он занимался перед смертью? Над чем, да, вот, что он читал, над чем работал, скажем так. Может, крензельки какие-то лежат рядом? Нет, рядом крошек никаких нет. Не складывается ощущение, что он что-либо ел. На чем он работал, вы осматриваете книгу, которая была перед ним, но это обычная история города, всякие там записывались праздники, ничего так. Да, нет, продолжайте. Да, продавай, господин Декарт. Я хотел спросить, можем ли мы осмотреть тело на предмет, может, там какой-нибудь травмы, то есть, может... От чего он умер? Причина смерти. Или он умер от кринжа. Да, да. Можно это проверить. Тот, кто хочет это сделать, то, пожалуйста. Investigation? Еще раз медицину. Давайте медицину тоже. Причину смерти. Исследовать тело. Давайте медицину. Ну, слушай, мне повезло уже с этим один раз, так что я тоже скину. Я Давай. Почти уверен, что он от старости умер. А у нас есть ограничения? Есть, только 3 человека я вам ставлю в целом, чтобы полпати проверила. Вы не находите ничего подозрительного на теле у господина архивариуса? Я хочу смотреть тело. Ну вот, ну, глаз глазами физически просто. Ну, он труп, да. Это труп, да. Перед тобой труп архивариуса. Я могу смотреть, там, есть ли порезы, есть ли... Ну вот они это и делали сейчас. Мы это и делали только что. Ну то есть мы не нашли ни порезов, ничего. Вы не нашли ни порезов, ничего. Ну все, ну, хорошо, а посмотреть, типа, есть ли у него какие-нибудь предметы? Ну типа, что-то вот... Да? Может быть, обнажение магии, естественно, знаменитое.
Так, сейчас. Давай, давай. Ну ты в целом, у тебя оно же работает, типа, по магии нет. Ну, 10 минут, по-моему, длится. Ну, вы достаточно быстро. Ну, давай, если хочешь, но магии тут нет, в общем-то. Хорошо, я тебе сразу скажу. Зачем ты, например? Мне кажется, что вы это в течение 10 минут прочитали, поднялись и не нашли магии. И... Mm-hmm. А какой... Амкас, какой радиус у этой штуки? Мне кажется, ты бы почувствовал, что происходит на третьем этаже магическое, если бы был может на первом. Быть. Там типа радиус 60 футов, по-моему, или что-нибудь такое. Но там, по-моему, сквозь какие-то, ну, какую-то толщину объектов непонятно. Ну ладно, ну все, окей. Ну, да, магии сошлись, не было. Угу. Осмотреть так, одежды, инвентарь можно? Да, знаю, конечно. Слово, может, там есть какая-нибудь посуда, из которой он там пил или ел. Инвестигейшн же, правильно кидаю? Хорошо. Вау. Ты пытаешься найти какие-то вещи, да? Вещи, может, письмо, ну, короче, может, какой-то артефакт, ну, что-то. Может вот быть, есть? Колечко. Колечко магическое колечко или просто магическое. Золотое. Кольцо. Кошелек. Ну, магии здесь нету, так что... Магии здесь нету, да, никаких магических предметов тоже не наблюдается. Но, тем не менее, ты обыскиваешь потихонечку полки, ищешь, там, смотришь на корешки книг, пытаешься... найти что-нибудь полезное. В целом, твой взгляд, знаешь, цепляется за одну из книжек. То есть, у архивариуса всякие там вот эти истории, там, знаете, да, Геральдик, вот это. И одна из книжек выбивается из этого всего. Одна окей, книжка, тяну... одна книжка, да, называется... Секрет Кренделя. Секрет Кренделя, нет. Но Узник Ив, пусть будет так. Окей, я ну, пытаюсь ее достать или наклонить, вдруг это какая-то, какой-то секретный проход. Я с ней взаимодействую, короче, с этой книжкой. Здравствуйте, Хорус. Ты взаимодействуешь с книжкой, и действительно... Это, ну, пустая сама по себе книга, это просто обложка. Когда ты ее достаешь, ты слышишь, как что-то кликает, и приходит в действие какой-то механизм. Опачки. Так, и чё? Дальше механизм и... В этой комнате вы ничего не замечаете. Так, если это книга... Сейчас библиотека, возможно, связана. Какой-нибудь подвал. Три этажа всего. Три этажа, да. А можно услышать, ты говоришь, механизмы какие-то заработали? С какой стороны? Где там? Снизу, сбоку? Механизмы заработали и здесь, и да, где-то вниз, возможно. Вниз, ага, окей. Ладно, ну тогда, ребят, самое время вашего любимого заклинания. А что мы у него спросим? Как он умер? Один момент, да давайте, пожалуйста, заранее 5 вопросов составим, чтобы... Потратим время сейчас, чтобы не тратить его. Во-первых... Твой любимый вкус крендельков. Да, не, первый вопрос, ну, не первый, а один из вопросов 100% должен быть про крендель, про Геральдику, я имею в виду. Мы можем у него спросить, и он даже не соврет нам 100%. Как он умер, точно? Как он умер, да. Первый, как он умер. Я запишу это все нам здесь в чатик, как он умер. Если его убили, кто его убил, а это, ну или это входит в вопрос как-то. Не-не-не, это отдельно придется. Ну тогда, мне кажется, важно, кто убил. Да, кто это тебя убил. Это если кто-то. Если кто-то, да. Да, если там не скажешь, что у меня этот порвался нерв. Ну, так, да, что ты делал перед смертью? Что ты делал перед смертью? Ну, за что тебя убили, если его убили? Вот, за что тебя убили, мне больше нравится. За что? И про кренделя надо спросить. Я могу показать ему эту брошку и сказать, что ты, сказать. Ты знаешь, что это такое, типа? Да. Ну, расскажи все, что ты знаешь про это, да. Да. Обалдеть, кайф. Хорошо, вообще... я кастую заклинание Парла Иха Депута. Угу. Вы видите, как безжизненное тело... Архивариуса наполняется темной энергией. И
Да, он поднимает голову и смотрит на вас безжизненными глазами. Как ты умер? Я не знаю. Что ты делал перед смертью? Встретился с прихожанами и заполнял книгу. Был ли кто-то странный среди этих прихожан? Не было. Сколько у нас вопросов осталось? Два, да? Два. Я предлагаю, да, за что тебя могли убить, хороший вопрос, и про крендель. М? Расскажи все, что ты знаешь об этом, об этом символе, я по предмете, да. Ты показываешь ему брошку, он смотрит на нее. Говорит, это символ древней купеческой гильдии. Они правили этим городом до поры до времени. Но потом случилось событие, которое почему-то стерто из всех книг, которые я встречал. Блин, что это за им событие? Пришлось уйти из города или сделать вид, что они ушли. Это я про себя думаю. Кажется. Что это брошь? Это было бы неплохо, но я не настолько жесткий. Кажется, что этим символом они пользуются для того, чтобы узнавать друг друга. Это все, что я знаю. А за что тебя могли бы убить? За пожилой возраст. Года взяли свое. Возможно, мои знания хранили что-то лишнее. Слушай, а у меня еще остался один вопрос? Или нет, это последний. Крендель убили. Подумал... На этом моменте тело вновь возвращается к своему безжизненному состоянию. Я говорю, стоило, наверное, спросить про механизм, что ты запустила. Ну да ладно. Найдем. Да, сейчас изучим. Если честно, как бы все, что он сказал про купцов, я примерно и сообразила, как бы. Так что здесь особо просто он подтвердил мои гипотезы, если честно. Если честно, нам нужно искать этот механизм, который активировал Розея, пока кто-нибудь еще не пришел и не увидел, что мы тут вокруг тупо столпились. Да, нам нужно как-то это, да, подозрение вызывать, но... Ах, да, мы можем закрыть за собой дверь, брат. Но, ну, пока все это происходит, пока там даже разговаривали с трупом и так далее, я вообще хочу прошарить все полки и все вот это на элемент документов всяких. Документов на здание, документы на то, что ты архивариус. Угу. Такого плана. Может, они не в этой комнате, конечно. Но ну, они понимаю, в этой комнате, если они есть инсайт, тогда. Угу. Как ты меня отбалуешь, конечно, сегодня. Ну, так а чё, давай до второй раз. Ты 5 единиц выкинешь какую-нибудь. Итак, ты хочешь... 9 единиц. Ты хочешь найти документы, подтверждающие, что ты архивариус? Ну, давай хотя бы такие, да, такие... Так, у тебя уже есть документы, подтверждающие, что ты относишься к гильдии купцов. Да. Так, хорошо. У нас сборщик подати чисто будет, короче. Он какой-то купцовый нашел уже. Не, я просто представляю момент, где-нибудь через 10 выпусков вас NPC спрашивает. Ребята, типа, у вас есть вообще допуск? И отец Амкаса доставает кошелек такой, сейчас, погоди, и листает там вот эти вот все документы. Да. Кстати, его лицо на всякий случай, ты же сможешь восстановить его лицо, как будто он живой еще? Иллюзии? Если надо будет прикинуться им. Ну да. Да, лицо можно запомнить. Итак, отец, ты, соответственно... Тебе. Чтоб ты запомнил его лицо, если что, мог им прикинуться. Там опять в бандитский лагерь зайдем, ты такой типа, я архивариус злобный.
Итак, по документам, да, ты можешь найти некий, скажем так, свиток. Развернув его, ты видишь там разрешение на допуск ко всевозможным архивам. В том числе к некоторым засекреченным архивам. Но старым. То есть к современным засекреченным архивам допуска нет. Только... Ну, слушай, если мы изучаем это все, то есть нам... Только столетней давности и дальше ты можешь получить доступ к современным... Архивам в этой библиотеке или... Архивам в библиотеке этого региона. То есть в библиотеке Элиантра и близлежащих городов. Ты можешь запросить Элиантра в любой столица, библиотеке. Да. Да. В любой библиотеке любого близлежащего города ты можешь запросить доступ к секретным архивам. Здесь у нас пока неограниченный доступ. Ну, вам нужно будет вернуться... Ну да, ну да. Ну да, здесь мы, может быть, это... Можем здание приватизировать. Да, мы можем, типа, запереть дверь изнутри. Подожди, зачем изнутри? А как мы будем искать источник звука? Не, короче, смотри, что мы делаем. Мы открываем дверь. Не, входную, я про входную дверь, типа, я про нее говорю, да. Повесь записку, типа, ушел на вечернюю прогулку, буду через час, или что-нибудь такое. Да, давайте это сделаем. Закрыться и спокойно поискать все. А если кто-то придет, мы, короче, на архивариус одеваем очки, и вы двое его носите, и, типа, говорите за него, типа, он очень пьяный. Можно. Выиграешь большой бомб. Это правильно? Некромант нас просит подвигать труп. Окей. Вы, соответственно, обустраиваете все так, что как будто архивариус куда-то ушел, закрываете входную дверь, и когда спускаетесь, вы видите, что... В одном из углов библиотеки один шкаф вот с книгами так-так отъехал чуть-чуть и открывает лестницу вниз. Устремляемся к ней? Так, ну, подождите, мы просто повесили табличку. Нужно, если мы куда-то спускаемся, нужно конкретно закрыть. Не, мы вроде обсудили, что мы закрыли входную дверь, типа заперли ее. Все, ну, что, это, как это, там, все. Я не знаю, Гэм нам скажет, что там, наверное, типа большая дверь с засовом, который мы заперли. Ну да, так бы. Не вошел. Все, супер, супер. Снаружи без приспособлений теперь не войти. Супер. Все, вы забаррикадировали дверь и готовы спускаться вниз. Да. Все, у нас бесплатная таверна. Бесплатная таверна получается. Ну, у вас и так, по идее, бесплатная таверна. Но... Еще одна бесплатная таверна. Еще одна бесплатная таверна. Это взрывание. Совершенно верно. Итак, вы проходите в противоположный угол, спускаетесь вниз по этой лестнице. И видите, что там еще одна небольшая такая комнатушка. Не так богато устроенная, но все-таки... Не назовешь ее тюрьмой. Скорее, чисто, ну так, хостел такой. Угу. Трехзвездочный. Трехзвездный. Вот. И на одной из кроватей дрыхнет такой осанившийся старичок. Он спит или умер? Спит. Вы видите, как он дышит. Окей. Почему, как он храпит? Да. Все, окей. Пинки кастую и разговор смерти. А надо подкрасться и как-то его ошарашить нашим присутствием или отсюда как бы... Чтобы он от инфаркта умер. Начинаете отсюда с ним? Не знаю, я хочу подойти, типа, ему так легонечко пощечину дать, чтобы он проснулся. Окей. Дядь, вставай. Прокидывай. Декар подходит к одной из кроватей. Будет небольшой пощечиной человека. Он сразу приходит в себя. Что? 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 Кто вы? Я все заплачу! Я все заплачу! Как вы меня нашли? Давай начнем. Мы начнем задавать вопросы. Кто ты такой и что ты тут делаешь?
мой старый друг. Вы его, наверное, уже встречали. Архивариус местный. Да, да. Да, он как раз помог мне решить некоторые проблемы с моими розысками. Он пытается понять, насколько много вы знаете про его историю и не выдает лишнего. Это эти изыскания связаны с... Не, надо спросить, наверное, ладно, с чем связаны они, так сказать. Он сам нам рассказал. Ладно, сори, не складывается. Давайте сами. Ладно, я хочу прочитать его мысли. Окей. Он как-то вас прокидывает. Ну, уже, ну, он же пытается нас отвести. Да. Потому что, значит, он думает об этом. Но он прошел спас. Прошел спас. Он прошел спас. Капец, он умный. Ну, слушай, не он всем в городе деньги должен? Он так, он переводит взгляд на Кентавресу и такой... А, то есть вы знаете, кто я такой? Да, старина Вальдер. Тогда... Герой Элиантры. У меня для вас... А. Ну, я хотел обнажением мыслей это... Просто костануть, как с заклинанием. Какая мне разница, будет он знать, что я читаю мысли. Окей. Ну, вообще такой. Так, для этого мне нужно... Сейчас, наверное, тоже... А, нет, сейчас я могу... Я знаю поверхностные мысли этого существа просто, без подсказки. Хорошо, ну, вот, знаете, ты тратишь ячейку. Да-да-да. Не, ну, мне черта бесплатно дает один раз. Угу, хорошо. Кстати, надо ячейку. Ты читаешь его мысли, и какие, что ты хочешь выяснить? Ну, он же, типа, ну, пока поверхностные мысли. Я да. читаю про то, что он думает о... То, что, ну, что мы знаем, то есть то, что мы не знаем о том, что он кому-то что-то должен. То есть, ну, сейчас он думает, он пытается понять, кто мог вас послать. Он перебирает в голове все, кому он задолжал денег. Периодически вот всплывает казино в воспоминаниях, всплывает таверна, золотой бочонок, всплывает... Всплывает городская ратуша. Вот я перечисляю каждого, кого он вспоминает. Так. Вот перечисляю и, ну, сам назови, кого мне из них выбрать. Что? Не очень понял момент. Кого выбрать? Я перечисляю ему. Ты ему вслух зачитываешь? Да, так. Зачитываю всех. Ага. О ком он думает, и я говорю, ну, сам выбери, кто, ну, что мы знаем. Он такой, типа, а, понятно, то есть вы у нас за всех наемников. Слушайте, Архивариус единственный, кто знал правду про этот город. И поэтому он как бы меня и укрыл. Вот, а теперь, когда он говорит про правду в этом городе, да. Я хочу углубиться. Так, и нужен теперь спас. Теперь должен совершить проверку интеллекта, противопоставленную моей проверке интеллекта. Угу. Так, хорошо. А нет, это не-не-не, подожди. Блин, как ну же ладно. Тут много написано в этом заклинании, это невозможно. Ну ты же жрец знаний. Да. Он должен совершить спас-бросок мудрости. Можешь использовать этот же кубик, на самом деле, для спас-броска мудрости. Так, хорошо. Совершить способствует к мудрости. Да, теперь я вот углубляюсь. И... Это провал, это критическая единица. Угу. И... Да, он может потом совершить проверку каждый ход, типа, действием, чтобы скинуть заклинание. Вот. Да, теперь я хочу узнать про правду в городе, естественно. Соответственно, ты видишь, как... В каждом из заведений, где бывает этот мужчина, это Вальдер, ясно, он показывает какую-то бумажку и
требует обслужить бесплатно. На что его как бы выгоняют и записывают просто в долг. Все, что вот он натратил, наел, там купил. Ты видишь, как он ходит, в том числе в оружейню, где он тоже предъявляет эту бумажку и говорит вот так, вот так, вот так. Я воспользуюсь вашим мечом, типа, и тогда мы получим в 10 раз больше. Мне нужно только найти источник. И... так, что еще ты можешь узнать? В общем, ты понимаешь, что он обладает каким-то документом, компрометирующим некоторые элиты этого города. И из-за этого он думал, что как бы этот документ позволит ему безбедно существовать, кичиться этим. Но в результате он оказался должен всем. Не смог никак воспользоваться этим доказательством, чтобы испугать элиты. И в результате единственное место, которое он смог найти для того, чтобы спрятаться, это подвал его старого друга. Архивариуса. Который ему, собственно, поверил. А нас ты скомпрометировать попытаться не хочешь? Я вас впервые вижу. Возможно, вы мне поможете? Возможно. Слушайте, я не знаю, сколько вам за меня пообещали, но весь этот город прогнил. Если мы добьемся то, чего я пытаюсь добиться уже десятки лет, мы сможем владеть всем Элиантром, понимаете? Всем. Тяжелый случай. Зарядил. Мы уже владеем Клатчестером так-то. Звучит заманчиво. Звучит очень заманчиво, но можно было поподробнее насчет правды? Владением города. Не нами, я имею в виду, а кто им сейчас владеет. Ко мне кто угодно может подойти и сказать, что я знаю правду и владеть городом. Ты можешь показать мне что-то? Что... Конечно. Но это копия. Старая копия. Он недоверчиво смотрит в вашем направлении, говорит, ну, выбора у меня все равно нет. Начинает немножко рыться у себя в подоле, в халате, в котором он спал. И достает замусоленную такую бумажку. На бумажке это обрывок какого-то документа. Если быть точным, ее копия этого документа. И там можно разобрать, что это некий договор с Маджутсом. Там стоят роспись главы Маджутса и роспись главы Элиантра. Прям глав. Глава города, да. То есть не мэра, а государство прям. Или это одно и то же? Глава города. То есть не страны, а города, да. Угу. Ну, мэр типа. Типа мэр. Вот. И там весьма расплывчатые формулировки, из-за которых его и шпыняли. Но такое ощущение, что там действительно говорится о некой работорговле. Опа, так-так-так. Я, кажется, начинаю связывать потихонечку. Могу я какую-то историческую подоплеку этого документа увидеть? Прокинь мне, пожалуйста, историю. События, что-то такое. Так, сейчас.
Да ёбан. Вроде же понятно же все, не? Ну да, события... Увы, ты я гарантированно не можешь вспомнить никаких исторических событий, связанных с какой-то передачей людей между Элиантром и Мажицем. А кто-нибудь еще может кинуть? Сейчас, подожди. Я думаю, что я могу. Да я в целом у ГМа спрошу. Да, может еще два человека, как всегда. На любую проверку, если вы хотите вместе это сделать, я даю вам до трех шансов. Окей, ладно. Декарт, ты ничего не вспоминаешь? Пинки, ты слышала некоторые слухи. Естественно, никаких официальных документов не было. О том, что... Маджутс, проводя некоторые исследования в области магии, ему требовались люди. Ну, вот. Я говорю то, что вспомнил, и добавляю еще, что история полна белых страниц и вся с темными пятнами. И сколько оригиналу этого документа лет? Лет 150? Я бы сказал, что 200. Угу. 200. Ну, к сожалению, даты тут нет. Но как только мы найдем, где он спрятан, а он должен быть спрятан, и скорее всего, за магическими печатями, он достает, он поднимает матрас, и вы видите, что там резко начинает светиться все. Это было дело ночью. И перед вами возникает меч, который вам описывали в оружейной лавке. Так, кто у нас? Ну, наверное, Пинки, ты у нас историк в целом. Я историк какой? У меня экспертиза в истории. Ты, ну помимо тебя, у тебя что-то история. Ну давайте, а вы еще раз тоже историю прикиньте. У меня просто... Блять, я забыл. Да! Что это такое? Можно, можно я попробую, пожалуйста? Две единицы подряд. Так нет, одни, две у нас подряд. Это мои две единицы подряд еще. Вин, к сожалению, ни ты, ни твои товарищи... Не вспомнили. Вы настолько ослеплены зрелищем этого клинка, что вы не можете вспомнить, где же он фигурировал. Я обожаю свой сап-класс. Единственное, нам еще что он сделал. Буквально при этом, знаешь, мы настолько ослеплены, что мы даже не видим сейчас нихера у нас просто в глазах. Которые... это после темноты... Когда ты вот просыпаешься с утра, у тебя еще все занавешено, и ты телефон включаешь. И в этот момент Вальдор говорит, с помощью этого меча мы сможем пробиться через печати и найти, где хранятся эти документы, компрометирующие текущее правительство города. Или мы можем получить револьвер. Револьвер? Какой револьвер? Да так. Слушай, а тебе знакомо еще вот это? Я так понимаю, это как раз таки с этим все связано, и показываю ему крендель. Не фисташковый, а который запнул. Да, его глаза расширяются. Да, это одни из тех. Они организовывали все это еще в те дальние времена. То есть, получается, вот это... Понятно. Гильдия Кренделея, они продавали людей в рабство Маджутс? Гильдия Кренделея и есть Маджутс. Они и есть Маджутс в этой ситуации. Ну, они... я думаю, что так. Я точно не разбирался, но как-то, да, наверное. Я хочу понять, вот я смотрю на него, я хочу понять, он ебанько или он адекватный? Я могу как-то вот, что мне надо кинуть? А, прокинь медицину. Типа он... Медицину прокинь, пожалуйста. Я думаю, что он одновременно и прав, и ебанько. Это вот у него совпадение так. Ну, он выглядит нормальным в целом. Просто зашуганный старик. Просто выглядит вообще это все очень странно. А, слушай, надо еще кое-что у тебя спросить. Саркуша, у тебя дисконнектнуло? Да, я не могу приконнектиться обратно. Никак, он даже не прогружает.
Так, ну мы, наверное, будем заканчивать минут через 10. Ничего, я типа, ну, я попытаюсь еще. Поэтому. Это не прям сильно критично. Так, пинки. Пометьте сначала, вот хочу, ребята, кстати, что у него спросить, может быть, он слышал что-нибудь странное или такое, типа, что могло привести к смерти его друга дорогого, который его спрятал. Он еще не в курсе. Он еще не в курсе, я не уверена, что мы хотим ему говорить. Ну, вот я хочу у него только узнать, поэтому услышал ли он что-нибудь странное здесь. Тем более, он уже сказал, что, типа, Архивариус — это единственный человек, кроме него, который знает правду. Да. Но если он узнает, что он умер, и мы тут были. И мы ему не скажем об этом. И мы ему не скажем, то он будет уверен, да, что это мы. С другой стороны, не надо торопиться. Торопиться не надо. Мы его пока не выпускаем из сторожки этой, в которой он лежит, тем более, так что... Да надо спросить, почему спал ли он все это время? Да, вот слышал ли он что-нибудь? Ходил... Но он ничего не вот знает. Ну ладно, тогда можно не спрашивать. Раз ты за него уже ответила, типа, что... Ну уж, ну ладно, ну спросите. Так вот, зашуганный старик Валтер. А ты что-нибудь слышал вообще отсюда? Что-нибудь странное, может быть, сегодня происходило? Да, вроде не было. Мне днем принес еду и все, и ушел обратно. Все как обычно. А что то такое? То есть последние, сколько уж получается, полтора часа ничего такого не было странного? Да нет, не было. Что за еда? Еда, да, всякая тут. Хлеб, фрукты, овощи, немножко мяска даже вот. А хлеб или какое-то хлебное изделие? Не, просто хлеб. Серый, обычный. То есть даже не кренгимя. Нет. А ты можешь кикнуть? Дедом. Так он дисконнектнут, по идее, не знаю, почему он. Почему не коннектнут? Ладно, сори, что я торможу, вы там тогда сами, я попредставляю. Пассивно поучаствую. Что-то еще, господа, вы хотите спросить у Вальдера? А оригинал документа ты прячешь? Нет, он же сказал, что... Или у тебя его нет? Ну нет, он сказал, что я знаю, что у него копия. Но он прячет его, или он не знает, где он. Оригинал самого документа в книге. Где-то хранится в городских архивах. Mm-hmm. Возможно, под ратушей где-то. Возможно, еще. Меня просто нигде не пускают. Мне не верят. Я локтем толкаю Пинки. Покажи ему свою книгу. Покажи книгу. Я показываю ему свой этот книгу заклинаний розовую. Смотри, да не ту! Не ту! Криповую книгу! Стрёмную книгу! Зачем? Ты хочешь убить его просто чужими руками. Ну, в смысле, не открывать. Он же говорит, в книге спрятано. Может быть, в этой книге. Мадори застрелил. Мы же нашли какую-то книгу. Нам не могло так повезти. Да? Нет, это... Он переглядывается между вами. Так, в ожидании вашей... Книгу роняет ее и нас всех уносит. Нет, куда-нибудь на ферму. Все откровенно понятно. Вопрос только, что делать с тобой. А что со мной делать? Жалко, что ли? Оставьте меня здесь. Как все уляжется, мне мой товарищ расскажет, и я вернусь к обычной жизни. Он возможно, богатой. Друган. В смысле не расскажет? Зачем ему новости, он друзья? Мертв. Мы всегда можем сдать его оружие. Можно было чуть элегантнее сообщить плохие новости. Он хватается за сердце, садится на кушетку, такой: «В смысле? Кто? Как? Когда?» Еще примерно полтора часа назад мы пришли и нашли его уже.
Нашли его бездыханное тело. А можно вопрос? Он вот пока хватается за сердце, он как бы, ну, меч в доступности? Ну, меч рядом с ним, да. Ну, пока он хватается за сердце, я бы хотел воспользоваться возможностью и забрать меч. Sleight of hand, тогда мне нужно будет прокинуть. Тут есть такой гнедёныш, конечно. Можешь за меня прокинуть? Давайте я прокину. Нет, можно за меня просто прокинуть? А какой у тебя... Сейчас мы посмотрим. Я могу тебя... Я, кстати, могу за тебя прокинуть. Да, да, конечно, да-да-да. Я шучу. Так, давай, sleight of hand. Это двоечка. Ой. Я не знаю, вы видите, не видите? Но если что, двоечка в городу. Мы верим. На стриме есть пруф, можно посмотреть. Да, да, я открыл стрим двойка. Все так и есть. Да, и когда ты пытаешься схватить меч, дед поворачивается в твою сторону, так типа, не, уйди, уйди, мой меч. Прости, я говорю ему, прости моего друга, мы просто сейчас не знаем в каком состоянии. Было ваше, стало наше. Я пытаюсь еще раз настойчивее забрать этот меч. Так. Просто волнуемся, что ты наложишь на себя руку. Ну или ты можешь его отвлечь, я могу его забрать. А можно силой отобрать у него меч? Да, можно силой отобрать. Кто будет отбирать силой меч? Ну, я так понимаю, Вин уже схватился руками за меч. И перетягивание коня-то устраивают, а если вы будете ему помогать, то он с адвентеджем это будет делать. Да, будем помогать. Замечательно, вы перетягиваете меч у старого деда, который при смерти. Итак... Да. Я горжусь вами. У вас получается вырвать меч из рук деда. Поздравляю. Меч теперь ваш. Еще один бедный дедуля на вашем счету, ребята. Ну то есть теперь можно даже не грабить казино. Меч так, меч ярко сияет, дед ярко вздыхает, можно рифмовать сказать, но пока он просто вздыхается, он такой, что вы наделали? Что вы делаете? Спокойно, спокойно, все будет хорошо. Мы просто берем его на хранение, мы говорим, мы очень волнуемся за тебя, мы понимаем, что ты сейчас потерял друга, и мы не хотим, чтобы ты сделал что-то странное с собой. Смерть — это ответ всегда, но не думаю, что в этом случае. Если мы что-то можем я хочу... обещать, что я, на самом деле, хочу... с нами этот меч будет в безопасности. Я хочу лечащее слово косому. Давай. Мои слова как-то подействовали на него? Твои... Ну, кинь перформанс, пожалуйста. Не знаю, я случайно Розею захилил, она на фуле, так что без разницы. Блять! Твои слова скорее сыграли в ухудшение, нежели в улучшение его состояния, но лечение от отца Амкаса заметно улучшило состояние господина Вальдера, и он снова перевел дух, наконец-то перестал задыхаться. Выдохнул. Ну вы, ребята, вроде смышленые. Этот меч был моей единственной защитой от тех, кто за мной гоняется. Ну что ж, надеюсь, теперь они будут гоняться за вами. Меч деда. Да, не беспокойся, этот меч будет с нами в сохранности, и мы, наверное, не сдадим тебя. Наверное. Наверное? Пожалуйста, скажите, что нашли мой труп. Пожалуйста, тому, кто вас послал. Скажите, что я умер. Нам нужны какие-то доказательства. Есть. Потому что на слово нам вряд ли поверят, что мы просто нашли. А мы меч? Можем... Меч у вас не... Быть... У вас уже меч мой есть. Да, мы но можем... меч мы не хотим отдавать. Да. Мы скажем, что мы нашли твой труп, но меча у тебя при себе не было. И здесь какая-то можем... личная вещь, которую мы можем принести в доказательство того, что мы нашли тебя. Мы можем ее у тебя... забрать. Или смотрите, у меня есть ответ, как можем это сделать. Я делаю восставшего зомби, и с помощью иллюзии мы делаем похожего на тебя. И мы, как герои и защитники этого города, убиваем этого зомби, а к тебя
прямо на площади. И тогда у нас будет очень большое доказательство того, что ты был мертв уже какое-то время, а теперь ты мертв окончательно. Убиваем на площади... Беззащитного старика? Беззащитного человека. Это зомби. Нет, он... Ну, я к тому просто, что насколько убедительно, да, будет это мероприятие. Ну, это будет зомби, который будет орать, что... Не волнуйся. Я представил, на площади собираемся. Добрые жители Элеантра. Прошу обратить внимание, должник. Мы нашли деда. Не волнуйся, у нас нету задачи. Как будет, скажет. Короче, у меня есть идея, но она, возможно, вам не понравится. Мы можем провести как бы некие манипуляции с другим обитателем этого жилища. Подложить на него личные вещи вот этого товарища и как бы сделать представление о том, что как бы, ну вот, Вальдер, братишка, боюсь, его настигли другие кредиторы. Я боюсь, это же буквально мое предложение. В моде столицы все поймут. Нет, это не буквально не твои. Ну ладно, хорошо, это буквально твое предложение, ладно. Не, мы можем без трупа просто какую-нибудь личную вещь притащить, сказать, что мы труп нашли. Нам же, ну, нечего делать, чем тащить труп. Ну, давайте так. Если мы просто принесем труп, нас никак не наградят. Да. Какой нам смысл? Мне кажется, нам. Труп. Давай мы просто оставим тебя, и ты сам решишь свою проблему. Я могу вам отдать все, что у меня есть. Это он снимает с шеи подвеску, и там... Ну, он снимает с шеи подвеску и передает ее вам. Все, больше у меня было только меч и вот это. Все. Не, больше... Давайте не будем это его на произвол судьбы оставлять. Мне его жалко. Но что ты предлагаешь? Мы скажем, что тебе, тебе жалко манипулятора, который пытался... компроматом заработать себе состояние. Слушай, а я могу его шлем перенести, но себя не переносить при этом? Просто. Ты хочешь надеть шлем и попытаться перенести его? Ну да, куда-нибудь. Хорошо, только нужно будет спас. Я могу попробовать, да. И, ну и спрошу, как тебе, не хочет ли тебе увидеть Клачестер? Давай. Да не, давай. Слишком... не стоит, это может нам понадобиться в любой момент, но зачем? Там, потому что... Пинки захотел, давай. Yeah. Давай, Пинки, кидай, спас. Это интеллект, да? Спас. Да, спас интеллектом. Поздравляю, ты успешно подчиняешь шлем себе. Куда ты хочешь перенести так, ладно, господина Вальдера? Я спрашиваю, где он будет считать себя в безопасности. Вы же понимаете, я что здесь нас... в безопасности буду, ребята, про это место никто не знает. Я сейчас... Хорошо, я переношу его в это место. Зачем? Ты делаешь команду, ты переносишь в это место? Я его просто приподнимаю и сложу туда. Ха, ну хорошо. Понял, ладно. Это допустимо. Тогда ты не тратишь за... Ну ладно. Итак. Мы сделаем все, как ты сказал. Че, конечно, некрасиво продавили Пинки. Я вообще не поняла, что случилось. Пинки хотела отправить господина Вальдера в Клачестер через телепортацию. Но? Ну, дед попросил поставить его здесь. Окей, хорошо. Не совсем дед. Ну ладно. Итак, давайте сделаем короткий рекэп. Значит, Крендели плохие чуваки. Мы будем, при мужике это мы обсуждаем. Ну да, видимо, да, нормально. Ну просто не, я понимаю, я жду как раз, когда мы выйдем. Ну да, я предлагаю как бы сказать дедуле, что мы разберемся дальше сами, оставить его наедине. Так а что, вы его просто оставите и все? Ну да. Ну, у Пинки идея была перенести в Клачестер. Там как бы этому деду не очень нравится. Кто ему еду будет выносить? Вот как бы. Я здесь, в Клачестере он бы пожил. Здесь, ребята, запасов еды хватает. Вы разберитесь с заговором,
И понятно. Все, ладно. Как-то сам мне будет. Сообщите ну, потом, что все хорошо, нормально, я могу выйти. Пошли отсюда. Слушай, подожди, перед этим последнее только. Я вот хочу... Отец Самкас что-нибудь при этом чувствовал, когда я вот предлагал ему переместиться? У него там в подкорке было что-то? Типа, то, что нет, не надо меня перемещать? Или типа того? Ты же читаешь у него мысли все это время? Нет. Ну, уже нет. Ну, оно там только какое-то время длится. У тебя была одна работа, Господи Иисусе. Кай, не понял. Я всю работу сделал. Я все у него узнал. Сказал, но... Какая работа? Ладно, дед, сиди тут. Безопасно. Бывай, сталкер. Я выхожу. Давайте, ребята, удачи вам. Вы обязательно свергнете всех. Да мы туда. Да. Все, пока. Тебе тоже удачи, дедуля. Вы чувствуете, как дед впервые, наверное, за долгое время спокойно вздохнул и снова лег спать. Нет, мы уходим. Пора за работу и лег спать. Нет, мы уходим, правильно? Мы уходим, да. Я как в магазине чуть-чуть замедляюсь. О боже. Я остаюсь с ним один на один. Подожди, а я могу... видеть, что он замедляется, схватить его и да пошли уже. Можешь. Можем... Я это и делаю. Можем проверку сделать какую-то. Ты хочешь схватить Амкас. Пинки, ты хочешь схватить Амкаса и потащить его за собой, правильно? Да, давай пошли уже. Кидайте оба сил. Для начала меня заметить, мне кажется, должен, что я замедлился и один пошел. Логично же. Блять. У тебя получается, отец Амкаса. Нет, я хочу, чтобы меня было незаметно в первую очередь. Я понимаю, что мне это. Ну, я готов покинуть проверку, просто. Ну, хочу, чтобы Гэм сказал силу, значит силу. Отец Амкас, у тебя все получается. Ты остаешься. Mm-hmm. И только Пинки заметила, захотела тебя остановить. У нее не получилось. И она, цокнув копытом, уходит к остальным. Остальные на это внимание не обратили. Я хочу, ну, соответственно, пока никто не слышит, использовать на нем внушение. Так. Мне нужно спас кидать, или это не то? Да, ты должен кинуть спас. Значит, во-первых, ты... Это провал. Это провал. Через 20 минут ты пойдешь и признаешься страже, что убил старика. Угу. И ухожу. Хорошо. Я могу сказать, пока он там это все делает, что, типа, этот недо... Я могу ребятам сказать, пока он тут все мутит, что, дескать, этот недоэлитит опять что-то задумал? Я вообще не... Чё это такое-то? Значит, казино обворовывать — это плохо. А мужика невинного подставить — это окей. Ладно, это я думаю, здесь больше. Нет, я сейчас чуть-чуть мету расскажу. Во-первых, против казино я особо-то против не был. А во-вторых, я же сделал это скрытно. Вы, типа, да, никто не знает, что вы сделали, ребята. Нет, я понимаю, что мы не знаем. Я как бы вне игры говорю. А что нет, подожди, такое? А если... Вне ну, типа, игры том, пишем что я замечу. Чат. Мы в прошлый ладно. Раз. Чтобы не путать сам. Ладно, все. Я говорю, если я заметил в итоге, что мы сошли на то, что у меня не получилось, собственно, я заметил, что он что-то мутит. Я могу так. Сказать ребятам, что он что-то мутит. Да, ты можешь им сказать, что отец что-то там задирал. Я говорю, ребят, что-то этот недоэлитит опять что-то задумал. Не выходит с нами. Вот, ну к этому моменту я уже, наверное, пришел. Да? Ну да, ни одну фразу же. То есть он задержался, да, буквально на пару минут и присоединился после этого к вам. Пинки это видела, удержать не смогла, сообщила остальной команде. Если команда на это будет как-то реагировать, типа допрашивать от сам касса, то мы можем провести такой энкаунтер, скажем так. Там был самый подозрительный. Подозревающий, точнее. Если все такие, типа, да бог с ним, с этим отцом, идемте дальше разбираться, то мы продолжаем. Ну, завершаем, точнее, уже наш если сегодняшний ивент. Если ты не хочешь спросить, я спрошу. Что там делал?
Ну, меня же обвинили в том, что я не прочитал мысли о том, о телепортации. Вот я решил узнать. И что узнал? Просто город ему нравится. Я могу вернуться обратно к деду и спросить, все ли там окей в него? Так. Ну, я хочу узнать вернуться. Не, здесь, наверное... Да, инсайт. Десепшн, инсайт, а не вернуться туда-сюда. Да, все верно. Ну, да. Разве у тебя не получается понять? Да, такое понятно. Ощущение, да. Что отец Амкаса говорит правду, он действительно узнавал про город у деда. Ну, окей, да, ну, взятки гладки. Да он врет, это как... Снова он это делает. Давайте двигаться дальше тогда, раз здесь мы закончили. Ну что, тогда мы закругляемся, наверное. На этом моменте я предлагаю вам остановиться. День подходит к концу. Вы либо можете вернуться в таверну, из которой пришли, либо остаться здесь. Ну да, я, наверное, продолжу с того же места. Остаться здесь? Ночевать, да? Нет, в смысле остановиться просто, а мы потом буквально с этого же момента продолжим. Или... Окей. Ну да, окей. Да. Просто потом... Вы представляете, здесь, да. Что меня только сейчас законнектит? Дэм. Душу. Бывает. Бывает, да. Окей. Хочешь напоследок что-нибудь прокинуть? Нет. Прокинуть. Прокинули уже. С прогиба прокинуть буду. А, единственное, что я запишу себе в инвентарь, меч деда. Меч деда, все верно. Интересно, что за меч? Деда. Ну, знаем следующую катку. Да. Блять. Извините. Единственное, что, конечно, сейчас еще не писал. А почему у меня не вписывается? У меня вписывается почему-то. То ладно, я у себя запишу. Просто. В инвентарь не вписывается. Раскакивает. Давай я попробую. Что-то у меня. У меня с коннектом беда вообще. Возможно, да, шалит. Я тебе записал. Меч деда. Да, хорошо. Все, супер. Ну что, господа, на этом моменте тогда мы просто делаем кат.